Так, ну я запустил. Я Так. запустил. И я запустил. Начинайте. Сейчас Саша подойдет и начнем. Привет, Артемыч. Привет, Алиудь. Привет, привет, ребята. Всем, кто нас смотрит. Сегодня мы поедем нагибать рандом втроем. Витя нам сегодня, наверное, поделится впечатлениями, как он слетал в Таиланд. Кого он там трогал, что он там делал. Только не полностью. Это такое дело. Секретная информация, я понял. Да, не, можно там в мужском кругу как-то это все это более... Меня так не... Под запись еще, Юла. Ну ты так вкратце скажи, совсем чуть-чуть. Ну, тоже народу интересно будет. Расскажешь вкратце, тогда. Вкратце, потому что я тоже не собираюсь туда. Ну ты же сказал, на Пхукет поедешь. Да, я на Пхукет, я не в Паттайю. А, там, ну, как говорится, там... Свинья грязи везде найдет, если захочет. Видите, самое главное, Андрюхе, расскажи, как транса отличить от не транса. Пока ты сейчас не отличишь. Я тебе серьезно, Артем, говорю. Только по росту, блин, понимаешь? Если у тебя до плеча, то значит, да, и катом. Хрен его знает, он тоже маленький может быть. Я раскидываю вам пригласы в игре. Давай, сейчас, секунду. Будешь сегодня банковать. Сейчас зайду. Покатаю 102 на бобы пока. Ща. Так, чё, поехали? Позаду. Да, сейчас, секунду, одну секунду буквально, и всё, и летим. А у меня, я тройки вообще не сбивал никакие, вот зашел. Я тоже тройки особо не сбивал, кстати, да, вариант тройки позбивать, восьмерочки там всякие. Ну. Да, и те. Сейчас, Тёмыч, одну секунду лечу. Такс. Октобата. Нет, блин, я не хочу с вами на октобатов, попозже. Ну давай, как скажешь. Я с моей любимицы начну. Вы как хотите, я вот как православный справа налево пойду. Давай, а я с центра, как русский человек просто. Сраша. Не-не, Флейм, сегодня я включил чатик, включил, просто надо авторизоваться было. Не успели просто время. Сейчас включил, все заработало. Так, все, всем здорово. Да, всем привет, ребят. Привет зрителям Витя, привет зрителям Артема. Зрители Артема вообще должны быть сегодня при поднятом настроении. Кто не знает, Артем взял отметку на 261-м третью. Ура! Поэтому ура, молодец! Мы поздравляем его с этим. Всю ночь. Гуляем всю ночь, да? Гуляем, бухаем, да. Слушай, да. Арты, блин, 4 штуки. Ну, а ты что хотел? Да. Я хотел 2. Ну, ладно. Ну да. Нет, да нет, сегодня будет две было, а там остальные маусы, там вот эти всякие E100. Сегодня выходной день, я думаю, сейчас будет вечером много. Ты днем ее меньше, вот я днем катал на неделе, днем меньше, а ты чем вечером? Вечером жопа начинается какая-то. Что тут у нас? Вечером начинается жопа, потому что мы втроем выходим. Не, ну здесь да, здесь еще и потому что втроем. Но я скатал соло, и арты много было. Сейчас без дамага будем. Смотри, у нас взвод какой эстех. Надо им помочь, чтобы была победа. Ну я-то походу они точно. Они поехали куда, жопы эти. Да, ну и хорошо, пусть едут. Пусть они там убьются об тяжей. Здрасте, а? Слушайте, а у нас сейчас... У меня пинжок скачет, лол. У нас же сейчас вот здесь будут эстехи, и они просто прорваться. Мы сразу убегаем тогда, ребят. Сейчас, кстати, не модно ездить туда. Сейчас модно вот тут стоять. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Извращенец, ты сможешь? Не, ну как бы с того распа... Нет, они поджимаются, а вот с этого распа мало эстех ездить теперь. Ты заметил. Лети лучше в Камбоджу отдыхать. Там за 5... Так, что там, как слышно-то со взводных моих? Так, леопард, 20 секунд. У меня такое ощущение, что я тут один. Чуть-чуть совсем. Но он назад не дергается, он так маленький. Ну, что, 15 секунд. Кадавр, спасибо тебе за донатик. Ну, нам надо работать на фланг, иначе там мы... Они, глядь, уходят оттуда. Да много все, куда они хочется летать, спасибо, когда вы, спасибо. Блин. А все, это всегда там, так. По грилям, Хэвик, Тёмыч, Хэвика, не, 10 секунд. Я пересвелся уже оттуда. Тут Хэвик фуловый, давай его сберем. Ну забирайте, вдвоем там заберете. У меня вот гриль вообще есть, понимаешь, вот гриль это самое оно. Блин, недолет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 196 на гуслифе. Ай-яй-яй-яй. Витя, вот это ты неправильно сейчас сделал, прям передо мной. Это вообще обидка. А я ж не посмотрел. Мне предлагают в Камбоджу слетать отдохнуть. Камбоджа не,
не считаю. Витя, Витя, ты у нас мажорный, скажи, как там? Не-не-не, не лети. Даже во Вьетнам. Оу, семерки на штуку с бата. Сказали, можно, что за 5к баксов там из РПК по живой корове пальнуть. Я за свете, ребят. Батчат приехал к нам. Да что такое, мне? Дула, залеписывай, дула. Ё-моё, нам там... хана. Я сейчас кину без... Убегаем, чё стоите там? А чё стоим, чё стоим? Он кидал, а я проспал. Сейчас нас на переезде всех попочпокают. Блин, я больше отвлекаюсь, чем стреляю. Да это понятно, я то же самое. Надо собраться, тряпки, соберитесь, что вы. У меня сегодня второй стрим, поэтому мне можно уже не собираться. Мне простительно. Не пойду я сюда. Апатия, депрессия и вообще это не... Куда поехал вперед меня, ёбал? Дай гусли, сейчас ему гусли собью. Не-не, я вообще к нашим... к нашим тяжам поеду. Да, надо к тяжам уходить, нас здесь их зарвут сейчас. Чем дальше, тем лучше. Ребят, спасибо за донатики, я попозже почитаю, блин, а то вы завалили ими. Спасибо. Сейчас почитаем, сейчас успокоится у нас. Так, у меня лаги дичают. А сейчас на свете нас тут. Вообще трындец, чё с пингл творится? Дядя, а чё там остался? А я чё остался, потому что я побоялся, что меня засветят отсюда вот. Блин, а ну пусть вливаем из СТ-шек. Да, они... Я надеюсь, они затащат. Но они... А кто затащит? А кто будет светить базу и кто будет сбивать? О, ну, сбить лаги я ещё, может быть, немножко и смогу ещё. А вы на базу сведены? Да, я сведён, но толку от этого. Да. Давай подсвечу. Да не, нет, Вить, забей. Ну а не, ну можешь, конечно, подсветить, но блин. Там батчат один стоит. Светить? Я думаю, он тебя расстреляет, прежде чем ты это что-то сделаешь. Он, скорее всего, стоит, мы его там не возьмем. Что-то вообще какой-то слабый бой. В ЗЭшку пока не буду стоять. Вот батчат где. Ай! Блин, жопа, увернулся. Вить, тебе только выходить на него, а в ЗЭшку попробуй взять. Да что ж такое-то? Все. Я с Пошем попробую в ЗЭшку добить. Нет, перелет. Нам подъедет. Все, сливон. Просто 86-7% на победу и просто все сдохли. Ну вот этот бат, он не подставляется, даже на него я не смотрел. Хотя подожди, смотри, сбивает. Но у нас батчат. Тёмыч, на нас батчат выходит, прям здесь. Прям у нас, прям тут. Да, я понял, два снарядика. Вот он, Дон. Вообще олени, блин, эти эстехи наши вообще. Тебе поворачивается, еду. Я еще 8 секунд у меня. Ну а его сейчас там прикроют, другие всякие, он хэвики. Да вон хэвика можно стрелять. Да я все, я сейчас умру все равно. Слушай, во мудаки, а вот эти, блин, и взвод такой же хороший, блядь. Поехали сюда, и обтяжи слились. Ладно, надо собраться, что-то. Я хэвик спалил. Да что-то не пошло. Господи, че ты уже там? Да не, у нас с СТ-шки зачем-то поехали сюда, а толку от этого не было. Ну да, согласен, вообще ничего нет сам. И я два раза промазал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, кто это сделал? У меня еще 15 секунд. Ой, блин, 3 минуты. Для меня. Я вообще один раз перезарядился, блин. Тупая эта перезарядка. Не, после в Камбоджу почему бы даже лететь, потому что сказали, что за 5к баксов можно за РПГ-7 по живой корове пальнуть. Поэтому как-то вот так. Ой, слушай, ну езжай. Езжай тогда в этот, в Китай, там тоже тиры эти есть, все это дело. Редер Лекс передает вам всем привет. А тебя, дядя Витя, назвали тайцем. Кто передает привет? Рейдер Лекс. Слушай, ну там хорошо, там, блин, погода хорошая, там все это дело. И Юра передает привет. Юра просит мне передать дяде Вите, Артему, и поздравь, пожалуйста, Артему со взятыми отметками на 261 и М53-55. Я его сегодня в чате поздравлял, но он не заметил. Вот Юра тебя поздравляет через меня с отметками. Красава, Юра. Поздравляю. Юра, ты неправильно поздравляешь, конечно. Если я тебя в чате у себя не заметил, все, он пошел аварии донатить. Намек понял, Юра? Поэтому можете карте сейчас и донатить ему с подарочком. Сазаны с лаками. Делать успехов. Спасибо, Сазаны. Спасибо. Че, отстреливать кишку надо? Центр, я имею в виду. Как-то, блин, а как мне на 261 кишку отстреливать? А Темычу в город надо убегать. Ну, сам решит, конечно. Я бы на его месте поехал в город на С0 с таким КД. Да из города-то я особо не покидаю. Ну ладно, да, в принципе, согласен. Не, просто я туда ездю, очень долго КД, пока доезжаешь, потом начинаешь раздавать. Спасибо, да. Сазаны, спасибо тебе за донатик. Так, а ладно. По трассам палить не будут.
посмотрим. Я просто тогда очень хорошо барабан, помню, отдал. Когда только бачата купил, очень неплохо я там покидал. Так, 13.90 смотри, дядь Витя, не засветит тебя? Да, не меня засветил. Меня засветил, ухожу. У меня то же самое. Ну, я за домиком стою, мне ничего страшного. А я за камушком пока. Ну, вот смотри, ну, поехал я в город, а кто сюда едет? Так, у кого я слышу сам себя теперь? Я тоже только что там сам себя услышал у кого-то. Витя? Витя, ты? А я нет, я не виноват. Я даже посмотрел у себя, сейчас свернул игру, посмотрел, думаю, может, я что не так сделал? Слушай, надо переходить в кишку. Блин, в это бывает, в ущелье. Я не хочу в город ехать, потому что там тут да, позиция. Да, ты что в город, с ума сошел, что ли? Ой, вообще шотнул слепую. Ой, ну, был... Он на цели стоит. А я хотел туда, потом думаю, блин, не стрелять. Я стрельнул, поэтому туда, за капишек туда. Блин, арта тут работает. Да, там можно разобрать этих чуваков. Сейчас будем. Собирайте. Я тут, блин, заряжен, езжу туда-сюда. Мне вот 1590 здесь не нравится, совсем не нравится. Сводимся. Так, Аллилуйч, ну кто так делает? С меня кидает. Ой, у меня 647 всего лишь. Ну я же еще не кинул, ты их уже напугал, видишь, все. Теперь у меня прострела нет. Как не? Ну вон он же вылазит. Вон еще один. Ну, Саданы, сука. Жалуется, но прострела нет, блин. Сколько ты ему задвинул? 1000 с чем-то, блин. 1400 дал. Ну что, надо поплакать и все полетит, понимаешь? Это же в этой игре нормально. Дядь Витя, а ты на Ахтубе был когда-нибудь? Где? На Ахтубе или в Астрахани, ну там, на Волге, на рыбалке. Не. Ты же рыбак, я же знаю. Ну, рыбак. Не, ну вдруг. Витя ловит другую рыбу. Просто. Да, Витя он мажорный, он такие не ловит, как мы тут ловим. Какие? Нормально, я езжу вон, знаете, как всякую хрень мелкую ловлю. Я ж фотки даже выкидывал. Рот, спасибо тебе. Блин, а вот как вот нам им помогать, вот этим ухарям? Да никак, никак, ты не поможешь им сейчас, потому что они зажали их. Они сейчас сольются там все в этом. Кишки. Так что, Сазаны с Салаком, мы обязательно будем игрировать в Ахтубу, но в августе, поедем. Ой, еще раз. За этих не достанешь нифига. Я в город посмотрю. Город, блин, город тебе убежали, наверное. А, Ром передает привет аварии, дети Вите. Да-да, привет-привет. Привет всем, привет. Привет еще. Нам надо как-то город отжимать и, блин, как-то... Я пока туда смотрю, но я когда... Вообще, я могу... Город-то думать... мы сольем, они сейчас город убьют, скорее всего. Ну, ГВ-4 точно не жилец. Смотри, он еще как едет. Сейчас да, его сейчас отстреляют просто. 140-й, ребят, 140-й у вас. Можно работать. Сейчас попробую город засейвить. Не-не-не-не, ну-ка. Не, я не достаю. Ну, это да. Хорош, 90-ку убили. Центр наш. Я думаю, если они сейчас будут кружить 268, можно помочь да, будет. Да, надо помочь, иначе его закружат. Я давай, сейчас... давайте 140-го. Я на низ свожу, 760 если пойдет, я буду работать его тоже. 140 прострелил ведь? Да. Да, он вас прострелил в чистом, и скорпион там. Окей. Я подстрахую 268-го, работайте там. Может, скорпиошу даже сейчас попробую огорчить. Сейчас он вылезет по-любому еще. Ладно. Так. Ждем засвета. 593. Хэвик выходит. Хорош. Полтори. Выходят они там, сволочи. Кто? Эстехи? Ага. На ПТ-ху? Что-то не особо пакол. Хорош. Ну я специально ждал контрилу, чтобы они его не взяли вдвоем. Че, ведь доберешь 140 или мне? Не знаю. Ну кидать ты будешь? Да. Блин, я кинул, но он уехал. Да и в камень я попал. 68-й... Угу. 68-й не факт, что там выживет. Я переезжаю к нему. Андрюх, ты там аккуратней. А чё аккуратнее, они все на базе тусуют? Блин, а тогда как нам отжимать тогда это? Тогда надо переезжать. 140? Он уехал, 112 хп ему оставил. Ё-моё, а! Так, и сушечка, кстати, в простреле свожусь. А и сушку я не достаю. Так, я пошел на скорпиона сводиться. Блин, тут у меня и холм. Попробуй забрать. Там 140 вообще, походу, едет. Так, заберу сушку, наверное. Забирай. 140 едет по центру? Блин, Андрюх, уходи. Андрюха, сивейте. Я встану в куст.
Витя. Я просто тут отвлекся малость на стрим. Ну я свелся. Не, все, не наглеет. Откидался и все. Я, короче, свечу, я думаю, что я засвечу, если он сейчас выйдет. Вон скорпион. А скорпион с ним мы не достанем его здесь. Пойду-ка я в ПТ-режиме его забодаю. Удачи. Вся надежда, что я выстрелю быстрее, чем он. Сейчас, ребятки, сейчас все будет. Я пока контроль здесь, хэвика. Ай, хэвик. 135 прямое, смешно. Тут у них еще один скорпион где-то. А, он там, да, у них? Да-да-да, он тут на базе был. Я, может, сюда кину? Наверное, зря кинул, тут хэвик вышел, черт. Нажал на выстрел, но не успел выстрелить. Не успел снаряд вылететь. Да, дядич затащит, я и не играю, дядич затащит, я знаю. Сейчас. Не, с хэвиком я облажался конкретно. То есть он такой, типа, нет, не выйду, не выйду, а потом бац, и выходит. Зараза-то. Чё дядя Витя там? Стримит? Пойду к нему. Стрим идёт, вроде какой-то стрим там. Ты отметил, что материал для взрослых у дяди Витя, что такое? Ну вы ж матом ругаетесь. Я, да, я... конечно, каждый стрим тут. А шо, не я же матом ругаюсь. Дядя Витя, ты как скажешь тоже, блин. Не, ну как, ну... Иногда проскакивает там нехороший. Ну да, когда ты там, например, промажешь, поставишь цели, конечно. Блин, по ХП буст есть, чё они тупят? Яга там должна решать. У неё все ХП? Арта убегает, сажусь, попробую. Нет, Яга шотная. Забрали. Ладно. Что-то они не хотят вылазить. Ну сейчас Яга приедет, должна зарешать Ягули там. Просто должна. Скорпиону кинул. 36 хп. Крут. Блин, надо переезжать куда-то по скорпиону. Там скорпион, да блин, там надо, там, чтобы они решали город. Хэвик 2000 хп стоит на базе. Ему просто решать надо ехать. Ему надо просто к скорпиону давить массы и все. А чё он не едет-то? Он тупой. Он тупой, он стоит 2000 хп. Да уж, чё стоять, чё ждать? Поехал, скорпиона задавил. Не, ну не скорпиона задавил, но он может спокойно поехать. Он туда может болото. Он по ущелью. Да, он по ущелью просто... может поехать. Но не стоять на базе. Да в том-то и дело. Ой. Чудики. Где там вся движуха-то? А чё у него по статке? Зелененький вроде нормальный, соображает. 53% общий. Я не знаю, как он так. Печалька. Этот хэвика не может забрать. Взял, забрал бы хэвика уже давно. Т-44. Вон скорпион, кстати. Ушел отсюда. А где у них батчат, интересно, может... Вот, вижу батчата. Арту батчата. А так АД, да, только что выстрелил, вот он. Да, я видел трассер. Сейчас еще будем стрелять, наверное. Так это 9 же. А, 9, я думаю, 10. Ну, почти должен же был попасть в него. Ну, шо ж такое-то? Ну-ка, если может быть и вот так... Блин, сейчас этот получит. Нет. Хэвик, ну блин, ну что ты делаешь? Ну ты... О, лени! Я поехал. Ну, наконец-то он убил Хэвика от шотного. Господи, дайте бог здоровья, Т-44. Ну, красава. Поехали нагибать на базу. Короче, Арта уже поехал нагибать. Тёмыч, гоу ПТ-шить впереди всех, все понятно. Сначала гоу КД-шить, а потом ПТ-шить. 40 секунд еще пока. Че там скорпион 800? Блин, че, хэвик купил этот, как он называется? У кого 4 коса и хп, его ББшкой можно снести. Дядь, ну, Витя, заряжай ББшку. Ну давай. Пока едешь, заряжай. Зарядишь уже и снесешь его. Я вообще думаю проскочить туда сейчас, смотрите, на скорости. Да подожди, у меня сейчас подъеду, потом будешь на скорости проскакивать. Че делаешь? Ну хэвик тут разберется с скорпионом, скорпион ничего не сделает. А его надо как-то разряжать. Сейчас все будет. Вот Арта КД, можешь уходить, просто ББшкой его уносить. Здесь больше никого нету. Он тебя не сваншотит, если не на фугасе. На автоприцел. Ой, ты сам все знаешь, дядь Вить, что я тебя учу. Скушал землю. На автоприцел поймай и снеси его морду ему. О, это уже для ББшки маловато. Ну я страхую уж, простите. Батчат сейчас уже заряется секунд 10. Да уже должен. У него там совсем мало КД. Вот он, да, уже зарядился.
Надо был трассер мне посмотреть, что-то тупанул. Ну еще стой свети, дядя Витя. Нет, вы вообще красавцы, а! Тебе тут подсказывают, что делать, как играть. Сейчас этот назад приедет, блядь, ну вот этого назад, Да тебе яга прикроет. Да яга прикроет, яга. Ты отойди, кстати, чтобы не светиться, а то тебя с головы убьют, дядя Витя. Вон за труп спрячу сейчас. Ну, да, самая такая позиция, он, видишь, он за труп да. кидает. За труп спрячу, ты тоже хотел сказать, что за труп, ну, не стоит вставать. Он и будет за труп кидать. Да ладно, один раз, это никогда не этот самый, не ну этот. Давай. Так, минус один. Вы базу возьмете, он не успеет. Ахта не успеет откидаться. Ахта не успеет откидаться, 10 секунд осталось. Да. А я, не успеет. Я же на мне захват-то. Все. Я стал. Ха-ха-ха. Мы крутые пацаны. А сейчас же будет кидать, наверное. Да, вот он-то кинул. Ну как и раз, что, да, я его не забрал. Блин. Нормально все, все нормально. Выиграли и выиграли, слава богу. Харик божит на базе. Да уж, я вообще не хочу про него говорить. Я еще в процессе боя отвлекся, а так был вообще все замечательно. Ой, одиночка-то, кстати, покарал вслепую. Борща шотнул, почти шотнул. Минус 3 хп. 59 очков захвата базы, блин. Нифига себе. Так, поехали. Так, наверное, пока на батике погоняем, пока прет. Погоняй. Так, я запускаю, поехали. Главное, чтобы карта, здоров, карта здоров, везу. Всем здоров, всем здоров. Не, на Пхукете тоже... очень хорошо, там пляжи приличные, там, то есть, есть развлекаловки все, мне очень на Пхукете понравилось, я два раза там был. На каких ты пляжах был, дядя? На Ката-Бич я был. Ну вот я на Кату еду сейчас, ну а мы там ходим по разным пляжам, с Катой будем ходить в эту сторону. Ката-Бич я был, точно помню, 4 звезды, там Ката, по-моему, гостиница какая-то была 4-звездочная. И еще был туда выше, ближе туда, к аэропорту. Ну там идет Ката-Бич, потом Карен идет, потом Камала. Или я не помню. Камао, там, да, Патанг, да. Бангтао. Бангтао самый крутой там. Вот Патанг, на Патанге был. Вот, все. Я не помню, просто это давно было. Ну, давно там было людно, сейчас там поменьше народа. Ну, а это было еще до их этого самого наводнения там. А, это я, до 2004 года, получается. Да, 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 я там был. Потом, и ездил, я еще на Самуи ездил. Самуи очень понравилось, там, конечно, с девушкой, блин, там пляж, Самуи центр ресорт этот пятизвездочный, там пляжка шикарная, там море шикарное. Так, едут. Едут, я пока заберусь, ничего, блин. Я еще заряжаюсь, так что можно пока не светить особо. Сбился, без сведения, мимо, блин. А как я сбился, блин, почему у меня прицел сбился? Объясните мне. А должен что-нибудь сбиваться? Куда вообще полезли? Ну, я хочу наверх. Арте. А вот тут, то смотри. Они проходят там, проходят, да. Вот тут, что тут будет? Ну, а вот на Самуи вообще там, конечно, классно. Ой, опять Борща убил вслепую. Борща убиватель. Читер, блин. Жесть. Либо кто-то удачный, либо кто-то неудачный. Ну... либо Андрюха, либо Борщи. Скорее всего, Борщи сегодня будет неудачные. Я, в принципе, хорошо. В стандартные места кидаю. Ничего сложного там нет. Так, сейчас Рушка, наверное, засветит, ребят, смотрите. Вот-вот, я думаю, на балкон уже надо. Да-да-да, 15 секунд у меня. Балкон. По-любому смотрите. Кто-то будет. Или на верхний балкон, или кто-то здесь, по-любому кто-то где-то какой-нибудь будет. Какой-нибудь Лёва там может даже. А сюда нет никого. Арта? Ну-ка, Руш, давай еще. Шевети нам. Да не ссы. Вот писюн-то. Ручка писюн? Вот это же Арти, да свети, блин, пишет он в чат. Он встал и тебя приветствует. Ну, а ты, блин, на него и ругаешься, писюн. Блин, ребят, скорее всего, сейчас придется спускаться, семку отрабатывать, она сейчас будет давить и суху нашу, и облечёнка там идет. Блин, да я вот вижу, что так... 140-й слева. Я думаю, что не успеем откидать. Успеем, он не уходит. Уходит. Вон твою руку. Я откидаю. Ну нет, я уже не успею. Ой, прям под него 723.
Так, твой поиск возвращается, значит они остановят их здесь. Все нормально будет. О, Сан Саныч, спасибо тебе большое. Удачи всей команде. Мы постараемся. Ай, не повернул он, блин, и я в камень попал. Кинул 212, он заберу. Да, удача нам не помешает. Заберу. Так уверенно говоришь, ты с кисом договорился. Заберу. Он едет медленно, у меня все, сведение есть. Не, вообще кадры. Один, блин, вслепую, блин, он убивает танки, блин. Другой, блин, фигачи тоже, куда хочет, блин. Слева, ребят, слева тяжики можно работать. Сложусь, три снарядика. Спасибо, Сан Саныч, тебе еще раз. Спасибо большое. Да, Сан Саныч, спасибо за удачу. Она нам нужна. Кто это сделал? Я, наверное, по Леве отработаю, я там не пью. У меня еще два снаряда туда буду кидать. Я кинул тоже, Тёмыч, потому что... Не, не попал. Сейчас у меня так же, наверное, будет. У меня перейдет. Ну и последний снаряд 54, наверное. Или 140. Кто будет? Не-не, все. Кидай, я все. Первый обладатель моего снаряда, два целых танка сразу. Ну куда ты поехал? Рушку надо бы как-то помочь, что ли, слушай. Блин, остальное неудобно. Целую минуту без меня пока. ББшка нужна на Леву. Встань сюда, ко мне вот. Здесь хорошо. Да я отвлекаюсь на чат часто. Болтовни столько сегодня. А я промазал. Так, я сейчас... Спасибо, Петр, спасибо. Знаешь, почему я отметки нафармил? Потому что я не отвлекался почти. Некоторые там плакали, Арти чат не читает, отписка. А я взял и не читал. Кого писька? Отписка. А, что отписка? Ну, от канала. А, отписка! Я думал, писька. 140 уже здесь, и Т-32 здесь. У нас сегодня день писюнов, короче. Да, пох, что он поскочил. Надо как-то помочь чувакам здесь. Он засветит, конечно, надо работать по 32-му. Не, не попаду. Я по 32-му отработаю сейчас. А я не попаду по 5-му. Неправильно я встал. 32-го заберу 3 секунды. 25. У тебя тоже там договоренность с кислым? Заберу так. Не, ну здесь очень-очень маленький разлет. Ну, у нас как бы тут 140. Я КД. Я могу пожертвовать ХП, хочешь, не, давай. Не надо, я готов встречать его. Дядь надо. Вить, сможешь шотнуть его? Ну, я его сейчас загуслю. Где он? Не вижу. Ну я сейчас должен светить. А, вот он. Да-да, секунд, не бойся. Заберу, вали, заберу. 4 дядь Вить, вали его. Или КД. Все, у меня не прострел. Все нормально. У них арты нету, можешь не ёгзать, арты нету. Да-да-да-да. 15 сейчас, секунд у меня. Сейчас два Лёва еще. А я засветился. Сейчас нормально, Лёва, нормально, стой. Я сейчас отвлеку Лёву. Лёву отвлеку сейчас. Сейчас он на меня сагрится. Так, спокойно. Вот он, Лёва. Прыгаем. 5 секунд. Прыгаем, нет? Да. Мне 15. Давай. Гусля, тараню, таран, пошел, таран. Ну а пусть я чуть-чуть ташки еще с него снести. Все. А, да крути его, крути его, давай! Сейчас, да я доберу его. Он тебя, по-моему, доберет, нет? Да не, давай. Не. Че ты там за закон попал сейчас? Чем мы занимаемся? Нормально выиграли. Чем да? мы занимаемся, а? Были такие сумасшедшие. Сколько имели. Пицца какая-то, сейчас была отметка на коне, плюс 90% промзоны и химки по кругу. Я слезу 5 боев, отметку обрадую 90%. Очень расстроился. Еще раз уверен, что после серии хороших боев сразу идет коррекция рандома, о которой ты говорил. Я просто похлопаю. Петр, перерывчик сделай, и вас пойдут отметочки. Вот. После перерывчик сделай, приедет в Угорадо. Спасибо тебе за донатик. Так, что, не додавит его? Да, конечно, там ТОПшку сейчас раздаст. Так у нас ХП нету, мы бы сейчас бы, мы бы его чики-поки сделали. Я бы сейчас, конечно, я бы сейчас зарядился, как ему дал бы еще под затыльник. Тарань его, во, все нормально, все отлично. Все. Вот, Андрюх, стоило вот тараниться, умирать, платить за ремонт еще больше? Да ладно! Зато хоть пофаниться. Когда я могу пофаниться? Я никогда не фанюсь вообще, всегда играю серьезно, так хоть пофаниться можно, как обвалить. Хоть где-то... Так, ну что. Отлично. О, я знаю, кого я выкачу сейчас. Тайную звезду сниму. А я вот эту выкачу, тайную звезду сниму. Да, а я по очереди всех буду. Мне на секунду показалось, что Андрюха взял Т-54. СТ-шку. Так, всем привет, чат читать. Не могу читать так это. Айрвейв передает вам привет, тёзки и Артёмки. Поэтому, я так понимаю, Айрвейв это Виктор. Привет тоже тебе. Он сказал, чтобы я приезжал из Иркутска, он передает привет, сказал, чтобы я приезжал на Байкал, Таиланд и нахрен, короче.
На Байкале, ага. На Байкале был, кстати, Юрий, ты был на Байкале? Нет, Байкал классно, Байкал хорошо. Там вопрос, очень красиво, я там был. Держи Русь-матушку. Ну я как... Нет, там реально классно, классно. Там очень красиво. Да. Единственное, что там непривычно, то, что ты в Иркутске ходишь, такой солнечный день, там так жарко, так хорошо, да, там... Девушки в юбочках гуляют, ты там в маечке. Ты приезжаешь на Байкал, оттуда дует ветер такой холодный с Байкала, что реально очень холодно. Там надо куртку одевать. Вот это очень непривычно. Вроде лето, но очень холодно на побережье. Если ветер с воды. Не, в Таиланде хорошо. 32 плюс в тени. Ходишь в чопотах. Купился беззаботная жизнь. Да, шорты купил за 300 рублей. Футболку за 2. Футболка там вообще не нужна. Да, 300. Не, сгореть можно. Да, там сгоришь, там иногда приходится одевать. Очень, солнце тоже такое серьезное. И кайфуешь. Ну. Правда, с нынешним курсом доллара и рубля, там же бата 1:1 раньше было, сейчас 1:2 к рублю. Как бы так, ну... Какой курс сейчас, 1:2? 1:2, 0:52 меняли. 0,52, то есть на 2 рубля 1 бат. Да. А когда я был в 2014 году, курс лучше был. Там было примерно 2 бата за где-то 3 рубля примерно. Я был, когда 1:1 был бат. Ну это еще раньше. Это еще раньше да, было. Да. А ты рублями, да, там фигачил? Потому что я до этого баксы покупал. Ты не можешь рубли возить. Ну да, я тоже так планирую. Что за лагерь? Я как прикинул, что в принципе там где-то процента 2-2,5 выиграл. Да, я не понял, что за фигня? Доллар имеешь. И еще там фишка одна, Андрюха, что больше курс идет для валюты, которая крупные с этими купюрами. Вот, например, да, это, да, это, и да. Меня лак. Чё у тебя, Тёмыч? Ну, я бы сейчас залагал полностью, все. Торта сама по себе крутится. С этими угоинами не успел стреляться. И я не успел. Так, типа я встал, что ли, на позицию? У меня, короче, все залагало, и пинг в норме. Не знаю, что с интернетом. Какая-то фигня. А тебя бы услышно отлично. Проблем не было. Ну, игра лагает. Вот у меня сама по себе арта ездит. А ты сверни ее и заново. Все, нет, все нормально, отпустила. Не успел свести себя на 2 тяжа, жалко. Я вообще все пропустил из-за этих лагов, блин. Да ты что не пропустил? Мы даже не стреляли. Выстрелил. Ну я вот выстрелил один раз, он. А я не стрелял вообще. Он 140 утонул почти фу. Нормально. Чокнутый. Может, его тоже угонуло? Ой-ой-ой. Блин, все. Не поехал. Давайте на. О, там АФКшный танк. Я сложусь, ну, по трассам КДР-то. Блин, я, ё-моё. Так, надо куда-то уходить, слушай. По трассам бьют. Туда к городу надо уходить, Андрюх, наверное. Да пока рано уходить, дядь Вить. А я боюсь. Что-то мне это... Ну, сольём. Что ты? Все нормально. Ну, 900. Ой, Андрюх, я тут кинул рядом с тобой, могу тебя убить. А я, блин, промазал по бату. Ладно. Что по ФКшным кидать, надо кидать по всяким другим танчикам. Ну теперь надо сваливать, кстати, серьезно. Там сейчас будет жестко. Там 110-й заходит, и батчат там сейчас идет. Арти дрифтует, да. А чего вы не ушли-то? Я думаю, я один остался, а вы что не ушли? А может, я хочу пока как еще... мы тебя бросать будем? Да там слева батчат нас и стреляет уже. И что? Вот и четверка. Я сажусь. Так вместе, он я тоже буду кидать. Засветит, кстати, аптечка. 6 секунд. Ты еще у тебя светит. Я сейчас кидаю уже через 3 секунды по 3-4. Ну давай. Полетел. Нормально такая точность. Блин, он сдал назад. Полное сведение. Я в засвете. Там Икс уже светит. Батчат по мне дал. Движок чиним. Ну я расстреляю сейчас здесь. 7-1, нормально наши льют. Да они вообще, я не знаю. Так, попробую свалить. И Витя, двигайся давай. Да какой я двигайся, хочу, вас там сейчас расстреляют. Дайте мне хоть стрельнуть по ком-нибудь. Не, лево отдали, это все, лево нельзя отдавать, они отдали. Да это да, тут уже на арте типа не постоять. Чё-то противник там арту валит уже, друг друга не навалит. Сам уничтожился, об него что ли там, ствол подсунул. Кошмар какой. Нормально. Опять я без дома, на Байкал как-нибудь приеду обязательно. Блин, подберу, поеду.
Я два выстрела сделал, и один выстрел должен быть стопроцентное было попадание по ТТ-4. Улетело куда-то в небеса. Это расстраивает. Рикошет. О, танкуешь? Я рикошет ловлю. Просто конь несчастливая машина, поэтому он не сливает. Все. Так, а там сзади тоже у нас, да, проблемы? Ай-яй, меня в попу. Поехали, в попу. Поехали, все понятно. С нулем дамага, да, наверное? Мы поедем на другой машинке. Че там X3-то еще поснимать надо? О, можно я с вами? Возьмете десяточку, я на Буратосе прокачусь. Давай, 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 Буратос. Надо тащить надо, 261 возьму. Тащить надо. Давай будем тащить тогда, если получится. Советская мощь. Нет, по ТТ-4 должен был попадать, вообще куда-то улетел снаряд, непонятно. Я вот по большому счету объездил полмира, и вот, блин, больше всего у меня душа лежит к Таиланду. Вообще, про Таиланд вообще люди говорят, что кто там не был, всем нравится. Вот с кем я общался, всем понравилось там. Там другая атмосфера, там другие люди. Там люди добрые, люди добрые. Обслуживание, понимаешь, ты даешь этих несчастных там 100 бат, да, 200 рублей на наши деньги, тебе кланятся, блин, улыбаются и ручки складывают, понимаешь? А, блин, в той самой Европе, в Турции, в Египте, тебя смотрят как на врага какого-то, хрен ты тут 200 рублей этих дал, блин. Че ты вообще сюда приперся? 1000, да, блин, понимаешь, вот такое. И вопросов ни с чем нет, просто ни с чем. Хочешь, блин, там с ума сходи, гуляй, там развлекайся, хочешь отдыхай спокойно, то есть выбор есть. А в Египте тебя там закроют на территории, и вокруг ходят с автоматами народ. Пошли возмущение. В том же самом Тунисе, в Турции тоже на тебя как это, эй, цепляют, деньги давай. Я, наверное, на поле сведусь, попытаюсь откидать, если там кто-то будет ехать. А я в гостинице жил, там вообще никого не было русских. Нет, летом человек. Так же жарко, бывает и свежо, конечно, в сравнении с жарой асфальтобетонного города. Купаемся, загораем не хуже, приезжай с третьим летом, зимой интересно здесь. Арвэ, спасибо тебе за донатик, спасибо за приглашение, я буду иметь в виду. Только как тебя найти? Ты мне ВКонтакте, что ли, столько нет? То как я тебя так найду? Так, я даже не знаю, кому писать. Давай, Поля, давай. Да, да. Бачата. Бачата надо. 3 секунды, но он поджался. Хотя у меня голда, может ему по голде дать, по его. Короче, кину вот так сейчас. Я тоже кину. У меня перед... Ну, зашугали его до смерти. Ой, смотри, там какой рассадник. Да, амфуловый. А что рассадник-то? Он сейчас пропадет. Рассадник этот. Прям под него попал в точку. X34. Че, просадник, куда ходить? Он выходит. Ну, видишь, они уже там пропались. Блин, бачат надо как-то еще добирать. Он сейчас заберет 430-го забирает. Блин, он не это сам. Мы продадим его. Ну, к сожалению, опять вот все. Я КД, он КД, он там будет стоять теперь. Ну, там не, таким вообще не прокинуть. Там не закинуть очень. Там елка поедет к нему сейчас. Но я думаю, что он не пойдет. Кстати, на елку может он загрится еще. Ну он на КД. Перейдемся, наверное, туда, на рассадник. Ну, а там будет засвет? Вот кто там посветит? А я думаю, туда надо просто слепую кидать. А он, наверное, сейчас весь в этих самых будет. Ой, хорошо. ТВП, ТВП, ребят, ТВП у вас. 270 хп. А, ТВП, Шкода, не ТВП, Шкода. Где, не вижу. Где? Она отошла, она просто вышла прям на уголок сюда. Ой, все, смотри, ему там осталось жить, этому бачару. Так я его накрыл там хорошо просто. Ну и все, и молодец. Сейчас я его еще тут сплошу. Ну давай. Сплошину. Я, в принципе, тоже сейчас сплошину. У меня тут голдовый фугасик. Не подбиваю. И смотри, я тебе сейчас покажу сейчас, как надо кидать. Блин, сняли. Он все уйдет оттуда сейчас. Кто, бат? Ага. Ну-ка. Опа, а значит я остался... Снаряд? Один с батом остался здесь. Прошу прощения, но где мой снаряд? А что, попадает снаряд у меня тоже? Даже не увидел. Да, выпадают. Не удивляйся, выпадают снаряды. Зрители видели, как у меня снаряды выпадают. Они охерели вообще просто. Вот ты не видел, а у меня пшик, как будто в труп вошел, как будто там кто-то есть. А на самом деле нет, там... Нет, у меня вообще он не вылез. Я понял, у меня было тоже такое.
Я понял тебя, Тёмыч. Я понимаю, что рядом, типа, ты попал, как будто в труп. О, да, о, вот так, о, вот. Ой, 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 ой. Сейчас батчат придет и будет тут и жесть. Надо перемещаться, и 50 ему брать. Ты что такое промазал опять? Что такое вообще, блин, ужас какой-то летит никуда. Ладно, соберитесь, тряпки. Но надо и 50 забрать у батчата. Соберитесь, тряпки, только снаряды у тебя не будут лететь вообще. Даже вылетать не будут те. Все нормально. Батчат слева. Если бы я бы на отметке... Если бы я на отметке делал, у меня снаряд бы просто не вылетел. Не я попал в святухи. Батчат поехал, ребят. О, убили его, отлично. Убили, разнес. Блин. Убили, нормально все. Ну. Я полное сведение под ТВП и, блин, блин, да, как он, ТВП и все. И промазал. Он. 50-100 хочу забрать, ну что-то он там. Что-то он там плохо стоит. Нет, хорошо. Ребят, вот ссылочка на дядю Витю кинул в чат, а то ищите его постоянно. Вот а на дядю Витю. А что меня искать? Набрал в поиске, аллилуйя, и все, что искать-то? Это вот же, ссылочку это же я знаю это. По хп-то у вас просадочка небольшая, по столам просадочка. Ну так-то да. Так, Е50 и 49-ка там. О, нормально, сейчас двойка выехал, под все стволы. 8 секунд, 7, 6, 5, 4. Быстрее. Да уж. Попробую 49-ку. Блин, сейчас. Вообще улетело. Куда? Ай, почти думал. Почти бомбардир. Блин. Красава. Почти съехались. Как я про... Я вообще три раза промазал по ТВП. Три, блин. При полном сведении. Наверное, я кривой. Да какой ты кривой-то, это же ВБРчик. У меня вообще снаряд. Да, куда-то, наверное, кто-то пропадает. Будет выходить. Да, а кто там будет выходить? Там никого нет. А что там сломалось-то, взорвалось что-то? А Скорпион там? Да, Скорпион, кстати, может. Ну ладно, посмотрим. Тут сливон опять. Что-то вообще плохо сегодня вечером. Завтра же в школу, на работу, ребята. Идите спать. Надо собраться после меня, я не тащу. Как я собраться? На сабончике катаю. Надо просто собраться. Да сейчас они будут выходить, а мы их пью. 10 секунд. Блин, уйдет же, зараза, а. Уйдет. Шкода. Углов хватает? А-а. Да, там опять что-то сломалось тоже, я увидел, что-то взорвалось там. Может, какие-то багули какие-то местные, не знаю. Кстати, из вас можно это, Витя, уйти на зелень. Там никого нет, по идее. Да я сейчас это сведен, я вот хочу, вот тут должен быть этот гриль. Да гриль? Вот здесь вот. Я, принципе, гриль с ТВП не выйдет сейчас сюда. Да, они, скорее всего, тут. Они не выйдут, они зелененькие. Он в углу стоит и боится выйти. Тебе на зелень надо перебегать, дядя. Блин, а я боюсь, что они через зелень поедут сейчас. Ну там батон тебя хотя бы прикрывает. Они не выйдут. Я бы на их месте ни за что не вышел бы. Ну ты же не на их месте. Может быть, я на зелень пойдут, но я бы не вышел на их месте. Здесь две арты. Вряд ли. Ладно, я стрельну. Две ПТшки, две арты. А потом буду переезжать. А куда ты поехал-то? Вон туда на зелень поеду, стану какой-то. Ну давай. Они могут пойти на зелень, но здесь, видишь, вариантов поступок даже может Скорпион объехать и поехать по зелени, вот серьезно. Может. Он может не стоять там на нуле сейчас. Может. А уехать. Вариантов куча просто у врага. ТВПшка здесь. Ну я ее не беру. Витя будет брать. Подожди, мне еще надо переехать. Я говорю, дальше. Если ТВПшка здесь, значит гриль не уехал на зелень. Если поехал, то поехал бы ТВПшка, но не гриль. Тогда смотрю этот угол пока. Значит, гриль может стоять на зацеле, где-нибудь даже на С6 он может стать. Вперед, ТВП. Хорош. Да блин, шотный. Не хватило чуть-чуть. Отлично. Да это нормально, мои наблаточные кидал тут. Арта по трассе, зараза. Нет. Так. А что накидал-то? 1900 всего. Нормально. Для 7 АТ это отлично. Не-не, 2500. Там еще блантиком был.
Так, мне надо убегать, убегать. Вот убегать. Он, вот гриль. Я думаю, он выйдет здесь. Если выйдет, то только здесь. Ведь сводись как раз. Сложу себе 10. Давай, он в ангаре. Он в свете его оставит, наверное. Если он назад поедет, у меня 10 секунд КД. Если поедет назад, я его попробую шотнуть. А можно? Батон, пытался. Нет. А так КД одна. Ага. Хорош, дядя Вич. Вот тебе гриля сняли. Ну, а сам пришел сюда умирать. Пам-парам-пам. Не, он не думал, что я перееду. Они ж думали, что мы вот тут стоим все там. Батон сейчас будет заходить с этой стороны, видишь. ТВП-шка шотная, там поздно надо ТВП-шку убрать. Вон ТВП-шка на этой. Я сажусь. Он должен вниз подъехать туда, куда-то. Под этот, под... Арта КД. Одна арта КД. Это лога, видимо, была. Ну, здесь надо сейчас очень хорошо приложиться, чтобы попасть. Кидай их с этой стороны, вот так. Да, 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 да. А я тогда выкинешь, а я потом туда. Я кину. Готов. Кидай, Димыч. Сейчас, 5 сек. Полетело. Ну как-то так. Так, перееду пока, и может быть еще лучше прокидывать. Нет. Арта опять по трассам бьет меня. Ну и скорпионы сейчас завалит, наверное. Патон наш. Плохо было. Ты думаешь? Ну, по идее должен. Так, Артём, если арта не убьет батона. Так, я смотрю скорпиона, но еще 20 секунд КД. Вот я его беру сейчас, вот сплэшем. Да и прямым теперь, наверное. Он сейчас подожмет его, арта КД одна. Я понимаю, но мне еще КД. Что у нас во флипах ХП? А, 41, понятно. Все шотные тут ездят. Он там и стоит, скорее всего, Тёмыч, потому что батон его бы засветил, если бы уходил. Ты думаешь, так мне кинут просто? Ну, блин, если на голдовых снарядах, то можно. А ты на голдовых был? Не, он стоит на этом углу, вот здесь он стоит, наверху, вот сам. ТВПшка пришла к батону. Я не могу помочь вообще никак. Может быть, арту посмотреть? Там тыкал этот, что он на А0 стоит. А вот он, скорпион. Ну, я поспешил, наверное, не надо было разряжаться. Одна так АД. На самом деле. Скорпион сейчас вмажет. О, фугасом. Не прошла альфа, 196, альфугас, видимо, был. Да, фугасик. Вот это печаль. Вот это батон неправильно сделал. Зачем фугас зарядил? Ну что, поедет ко мне скорпион или нет? Я, наверное, зарядки дал, я дал ему понять, что я тут, и он теперь вообще не полезет. Знаю я. Спокойно. Только спокойствие. Да сейчас уже время закончится. Ну да. Да нет. Они... Че тут нас добить-то? Три шотника, грубо говоря. А ты, Тёмыч, не светишь даже? Нет, я внизу, да, стою. Я просто из кусов откидывался, поэтому... Нет, одна арта на один точно, потому что она стреляла по батону, было видно как. Кстати, а чё Пантера? На А0. Он на А0 фигачит. Пикает. Но одна там должна быть на один. Да ГВЕХ, скорее всего, уже, может, и переехала. Вон ТВПшка, дядь Вить. Давай прикрой, Вить. Да нет, там у меня очень быстрый КД. Там ТВП, там очень быстрый КД. Ну давайте кину без полного, может. Попробуй. Рядышком, там далеко. Дальше, я так, да? И думал, что он сюда поедет, блин. Сейчас попробую свалить в город куда-нибудь. Запотешить скорпиона? Сейчас скорпион выйдет. Ну, запотешить вряд ли. Так, слушай, ну наша вафля, она даже, блин, вкус не стала. Купил аккаунт, потому что. Да трындец ты. Не, ну у него 800 этих, как... ТВП. Все, давайте мне Колобанова на Братосе, все нормально. Разойдемся с миром. Да я в него не попал, блин, сколько раз. Он сейчас через домики зайдет, скорее всего. Слева будет заходить. Прям по воде? Видишь, он в домике поехал тебя искать. Ну. Сейчас посмотрим. Вон он, такой в домике поедет. Пока не понимает, что он засветит такой. Юп. А у тебя УГНов нет никаких вообще. Да в том-то и дело, что я не могу даже двигаться. И скорпион тебя зацелил. 100% зацелен скорпион.
Вот жопа-то. Я представляю, какой у тебя там разлет дикий. Да там вообще, ну он виляет, петляет, блин. Атаки кидает по всем этим. Я пока чат читаю. По всем кустам кидает. Че, можешь заблазить его? Да не, жди. Если ты сейчас выстрелишь, он поедет. Все, поехал к тебе. Сейчас на дорожке выйдет. Вот он-то. Спасибо, хорошо. Че вы там, забанили? Все, видит, видит. Стреляй, стреляй, стреляй! Ты его стрельнул. Не успел у тебя вылететь, наверное. Опять не вылетел? Не, он не успел вылететь. Все, убили, что ли? Затащили. Колобанов с двумя снарядами пишет мне. Ну да, у меня снарядов уже не было. Мне надо вообще с поля уходить и не надеяться на наших. Вот так играть надо, Андрюх, видишь? Потому что... 547. Я думал, что батчата заберут, а его нифига не забрали. В итоге мы просто отдали поле. И я сдох там. Все? Ладно. Поехали. Дяденька. Здравствуй, Шурка. 69. Ну как ты не айс? Мне такие не нравятся. Виндсторм, сейчас линии Зигфрида. Это неправильно. Сейчас давай пумзону на 3 арты. Что там учиться-то? Артемыч отметки взял, можно тебе по городам покидать. Ты что творить? Вот тебе Энск пошел. Нормально, я не против такой карты. Вот что значит начинается пул карт городских. Так. А кто у нас сегодня банк? А, это Артем банкует сегодня, да? Ну понятно. Привет, Антон. Лёвке привет. Ну и что тут делать? Можно ехать по центру вперед, не хотите? По центру вперед. Да нет, надо. Блин. Надо помайковать нашим на зелень. Да, вот я и тоже будет хотел, отлично. Потому что у меня рез вообще плохой, я буду переезжать, и меня вообще убьют там, пока буду переезжать. Помог бы кто. О, пацаны, пацаны. Я смотрю на наших топов. И плачу. Не надо на них. Блин. Нет, и 70. Лучше на них не смотреть. Ладно, давайте рискнем, поедем. А я не знаю, я поехал, у меня едет машина, поэтому. Туда за домик стану и все. И буду там стоять. Может меня убьют. Я вот здесь постою. И я отмучаюсь. 54, ну ты куда едешь-то? Вид там гость с тобой. Как? Я там... Отстань, 54. Так кругами там, крюками едет. К своей позиции. Они, по-моему, лесопилку уже прошли. Да, вон лесопилку проходит. А я сюда сводился-то изначально. Что-то вообще такой раш у них. М103 сейчас будет работать. Точно, сейчас тоже буду работать по нему. Сейчас. Кинул. Попал. Попал. Все, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Как бы, блин, вас сейчас засветят всех. Вы так стоите просто, я боюсь за вас. Я в домике. Вот если они вот здесь не поедут, то блин, я по трассу можно сдохнуть. О, батчат у нас слева. Батчат слева у нас. В том-то и дело, они тут все абсолютно. Посмотри, сейчас город они там простоят, а здесь сольют. Просто все сюда приехали. Чё, надо сваливать? Да, уж свалишь тут, конечно, там батчаты всякие. Особенно я сейчас на голове уеду. Видите, 800 еще тоже. Короче, я вас кинул. Ну, куда ломаешь мою эту избу? Тут, ну простите, каждый за себя. Тут можно только слиться. У меня леопард ломает избушку мою. Так. Мог, конечно, кинуть, ладно. И там и сейн на постреле стоит. А сейчас по леопарду не держу. Стоит, стреляет по мне. О, там Маус, там можно ББшку зарядить, кстати. Ой, в коробке. Блин. Завалите вы этого СТ-1, господи. А блин, там 75-ка пришел. Я не знаю, вроде ББшку заряжаю. Немножко отбиваемся. Подожди, ты что, пытаешься в городе? А что сделать, там сзади уже жопу рвут. Бульдог, Витя, все равно нам жопа. Я 75-ку хочу ББшку зарядить. Да мы тащим по ХП, пацаны, блин. Ну, слава богу. Вафля по мне дала. Блин, вот здесь вафля стоит. Так, мне еще 15. 54, убьешь? Бегу, 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 уходи, уходи, стой один, ты тварь. У тебя эти есть, зачем ты ломаешь артовода? Когда там есть эти. Сейчас я не пойду. Я так и знал, что там стоите. Блин, меня без засвета убили. Я еще ББшку зарядил, блин. Куда, стой, стой, стой. Че, помочь, что ли вам? У меня ББшка, вот че плохо.
Ты куда поехал вообще? Ты что там делаешь в городе? Ты видишь весь расклад где? Я вижу, где весь расклад, но там надо помогать пацанам. Встал бы в К1, блин, и нас бы прикрывал. Я еще ББшку заряжаю. Вот срань-то. ББшку заряжаю. Надо ее скинуть, эту ББшку. Андрюха что-то, походу, съел и поехал ББшку. Да, да, ББшку зарядил, поехал ИСа 7-го гонять. Пойду ИСа 7-го гонять. Ну давай. Да ты его все, ББхи нет. О, другам зацелил. Да, другам тебя зацелил, блин, угол. Сейчас ИС, блин, тебя тоже это. А два других другана уже сводятся, наверное, с зеленки на тебя. Ну. Там ИС, ты не представляешь. Я ИС проскочил уже. Да, все окей. Все, ИС КД, кстати, а птичка. Разворать. А, это не поедет, сейчас ИС тебе выйдет. Ой, Андрюха, текай куда-нибудь. С ББхи своей. Смотрите, он сконцентрирован. Сейчас ИС выйдет. Слева. Выйдет, а что делать? Ну вот на него сводить, а от 2-1 ты убежишь. От 2-1 убежать будет проще. Ух ты. Шайтанова. Да, едет там, едет. Сейчас, впереди сейчас будет. Смотри. Вот он. Хороший. Ау, ЕС прошло. Так, 2-1 не хочешь. Уезжай во двор налево. А что наш ИС-4 стоит вообще? У него, блин, 2, почти 300 хп. Господи, они меня отчаянно убили, я только сейчас увидел. Такс. Ну все, смотри, пошугал. Я сейчас этих шайтанов ломать буду, иди сюда. Чё мне подсказали убегать? Не надо ничего убегать, я пойду ломать его. Да. Сплошное веселье. У тебя хоть бы этот фугас заряжен? Так, да. Это морда. Бочком к тебе стоит. Привет. Получи фашист гранату. Просто такой ПТ-шный бой, блин. Там морда стоит, еще стрелять будет. Дайте базу захватить для ЛБЗ. А ты что-то сделал в этом бою из 4, чтобы тебе базу взять? Чтобы дать тебе взять базу. И потом не пусть говорят, что мы многокнопочные, эти однокнопочные. Мы всех завалили. Пусть говорят. Не переключайтесь. Я не люблю убегать, но в этот раз я вас бросил, честно скажу. Я не пойду на захват, мне кажется, это глупо сейчас вставать на захват. Меня поздно зацелят. Ну, конечно. Вафлю. Давай, ты прокинешь же тут сейчас. Здесь не покину, надо назад отъехать. Дальше отъезжать надо. Она выше стоит, но надо отъехать дальше. Сейчас в дом упрешься, вот так вот, наверное, может. Ну все уже. Да все, берет он. Давай, 1200, давай. 8. Вошло. Вошла? Но не убил. 1208. А этот чего стоит уже? Ну езжайте вы уже, красавцы, бе, ну. ИС-4, блин, понимают все свои снаряды все на себя. Чё они там тупят? Потому оленеводы, что блин. Что вы думаете, там ломать их надо быстрее уже. Стоят, что там с ФВшкой стоят, там вафля фуловая. Ты ему дал, смотри, на 900 с лишним, что ли? Ну, нормально. Давай 140 чуть добей. Да, у меня уже чуть-чуть тут осталось. Там орта, он разрядился. Стоит за ним. Чё, промазал? Ну, короче, ИС-4 молодец. Он взял базу, красавчик просто. ЛБЗ сделал. Да нет, здесь нельзя базу брать, тут глупо. Не, ну есть арта еще есть. Спокойному стримеру Blackbox. Вы похи. Спасибо. Я после последней Зигфрида собрался, поехал ломать их всех. О. Понял, ты надо как играть, Артём. Ехать в город, блядь, и ПТ-шить. А мы да, с тобой тут... Я у Тёмыча гоу ПТ-шить перенял, гоу ПТ-шить. Просто ИС-4 он мог бы встать за кучку, которая... Почему он туда не проехал? Вот он встал бы за кучку, и все, и стоял бы спокойно, его там никто бы не тронул. Даже арта. Ну, кучка, он сам он кучка. Мастер взял, нифига себе даю. Мастер взял на Энске. Видал? Вот так надо. Вот. В топе по опыту, но не по дамагу в обеих командах. У них 4700 эт накидал. А так бы я еще бы на 260 выполнил. О, не ту взял арту. 8-7, блин. Вот так вот играть надо. Что такое? Ну поехали. Сейчас я возьму жопу сжигателя. Не-не, я на коне поеду. У меня 38.05 не заряжено вообще никак. Так, ну на коне опять будет неудачный полковник, бой. Аварийный датчик, бояк, передай привет. Привет, дипломат, извините, сейчас там плохо
не разговариваю. Дядь Вить, полковник передает тебе привет. Передай привет Алиую, вот именно Алиую. Удачи в боях. Спасибо, полковник. Спасибо, полковник. Полковнику никто. О! Четыре арты. Мне вообще на эту карту в последнее время везет. Просто раза три или четыре за стрим попадается вообще. Просто выстрел. Это нормальная карта. Я не говорю, что она плохая, она вообще клевая. Лучше, чем это какие-нибудь Парижи. Парижи — это отдельная тема. Как Энскан также меня бесит, блин, эта карта. А у них эти... У них... Чё? Ну что, две, три стыхи, да? Куда там? Ну у них мало, наверное, кто будет вот здесь вот на сиськах кататься. Ну я тоже так думаю, что мало. А там кто его знает? Ну да, они на зелень пойдут, хотел сказать. Они через зелень будут разыгрывать сегодня. Ну сейчас. Я тогда наверх поеду. Я наверх там не поеду, то, что у меня конь. Я здесь стану. Кстати, я сам себя слышу, у кого? Витя, признавайся, у тебя слышишь? Да это у Вити, у Вити. Отстаньте от меня, нет у меня ничего. Тебе наушники там подарили, что ты там? У меня в наушнике настоящий, который я выиграл в АП, блин, ёлопал. Вы чё, блин? Ну это специально тебе картошку. Собираем донатики, короче, дядя Витя на наушники на хорошие, на гарнитуру. Есть у меня наушники. А же вы хотите, чтобы я эти выкинул, что ли, наушники? Вы чё, блин? Разыграл среди зрителей. Да, разыграю. А Далиуи, знаешь, сколько наушники наберут? Больше, чем кепка от левши, блин. Да ладно. Кому они нафиг нужны эти? И 7, ребята. Ну чё, вы готовы? Ну я буду стрелять, только похоже, надо сейчас... Нет, я кинул тоже. Ну окей, 800. Ну да, доберу... Ну да-да-да, во! Блин, совсем чуть-чуть. 536, ну он шотный. Сколько эмоций. Просто можно G7-ку убрать с залпа. Ну можно было. У меня, блин, прошло 625 только прямое. Блин, кто на коне внизу? Тёмыч, зелень себя сломают, тебя убьют. Я, да, сейчас буду подниматься, сейчас откидаюсь. Чпомки, уси-пуси нас будут. Тебя там пусы сейчас убьют, это 100%. Ну по фошку, может, откидаю. Так, семку заберете? Нет? Ладно, я сам семку заберу. Я подкинул по фочу. 490... Блин, они уже накатывают? Давай туда кидать. Всё, я ухожу. Давайте сюда кидать. Надо уйти сначала. Уходим чуть. Сейчас развернемся, будем кидать. Разумеется, поможем Тёмычу. Нет, 20. Нет, я пока в сейве стою, никуда не пойду. Иначе мы с тобой там ляжем. Не, я тут в низинке, мне хорошо. Если хорошо, буду уходить, да? Я засвечусь. Ну нафиг. На 49-ку надо Тёмычу помочь. Вот и ясный пень. У меня так, еще подождите, она... Хорош, все. ТВПшка, ТВПшка, приоритет, ТВПшка. Кинул. О. Не, я в низине стою, никуда не поеду. ТВПшку убьют, наверное, я облегченку попробую. Нет, 140-го здесь. И не горю желанием. Ай себе, сколько их. Не, ну эстехи-то понятно, в начале боя уже было сказано, что они там все проедут. Ну, мы немножко, я заслоупочил, вообще не поехал. Блин, быстро он едет. Это мой косяк тут, конечно. Славич тот самый, спасибо. Поживи, ты там один, у них только бачат у вас, поживи. Может быть шотнишь его, у меня 25 секунд, мне поможет 10, помочь. 10, 10. 140 зацелен, поживи. Меня. Поживи. А что значит поживи? Он меня убивает. Ну ты там потанкуем, конь танкует. Ты же умеешь танковать, нормально все будет сейчас, Тёмыч. Вот, о том и речь. Андрюха. Вить, я в свете имею в виду. Он наш дамаг забрал, блин. Поживи. Арта КД. Две КД, две арты КД. Облегченка у меня. Тёмыч, я не возьму ее здесь, не возьму её здесь. Да, понятное дело. А там еще бас сверху сейчас. Ухожу дальше. Так, ну она пока на меня не смотрит. Там, две арты КД, имей в виду. Забрать. Окей. Фух. Я просто хочу вообще отсюда уйти, надо жить. Мне тоже бы уйти куда-нибудь. Кто это сделал? Зарядись и убей ее. 140 убивает ее. Я пытаюсь двигаться, 140 ее убьет. Двигайся. Все, я двигаюсь, что порта просто не кинул. Сейчас посмотрю на рту. Парням привет, передавай. Я тоже посмотрю, но я ее все равно не беру. Вот одна. Ну-ка, кину ей на ходу просто и поеду дальше. Она стоковая. Как я вовремя повернул перед арту. Вообще круто. Там батчат. А где 50-120? Да куда ты свалил туда тоже вниз. Славик, спасибо тебе большое. Спасибо. Да, мне кто-то там тоже просил передать привет парням. Сейчас я посмотрю.
Помнится мне, что ты хотел проверить, куда рисуются звезды на Су-26 на мелкой пушке. Да, вот мне, конечно, всегда это было интересно. На огрызке. А куда они убежали, Арта? Нормально. Вон они дальше стоят. Нормально они убежали. Куда убежал 20-й? Кого бить? 20, наверное, в лес. Ну, сейчас первый давай контрить. Его убьют и так, надо контрить. 3 секунды. Все, убили. Понятно. 0 секунд. В общем, всех поубивали. Блин, капец, вы шустрый уже, он стоите где. Вы знаете, как тут стреляли, блин, светили, стреляли. Вообще-то я знаю, как тут стреляли. Ну ты выжил, кстати, имею в виду, видишь, выжил. Совместными усилиями выжил. Да там бат у них затупил, потому что... Бачата, они будут... убить нормально, остановиться. Ой, долго как лететь будет. Ой. Я сейчас 120. Тоже сажусь. Долго. Кинул, но там 4 секунды летит снаряд. Кинул. 3. Хорошо. Тоже кинул. Накрыл без дамага. Ай, он остановился. Блин. Подожди, а кто прямой сейчас дал с 20-м? Я дал. Понял, привет, передавай. Там пачка 62. На М53 хорошего нагиба. Спасибо на Night Eagle, но Артему сделал отметки не только на М53-55, но и на 261. Вы на Night Eagle передает всем привет. 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 Рандом нормальный на Night Eagle, но карты не совсем хорошие. Хочется получше. Пока не дают разойтись нам. Так. Конь не предназначен, чтобы вообще бегать вот так вот. Это чушь, конечно. Слушай, 5-4 вообще попал, как все. Блин, это царь Арти в день. 5-2 нормально у него там. У тебя 5-4, у меня сколько? У меня 3-1. 3 выстрела вообще сделал. Я больше бегал. Ты тут бой отработал как за 3, блин. Так, можно я еще разочек попробую на братосике? Давай. Ну, давай я канитель возьму. Буду страдать. Окей. А, кстати, Тёмыч, на чем ты сейчас будешь отметки брать? Т-92, что-то я слышал, да? Либо бат, либо Т-92. Так, ой, Витя в раю. Витя, хорошо. Ты в раю. Да и я, в принципе, тоже. Где я в раю? В каком? Эльхалу. А, ой, Эльхалу. Наконец здесь, да, самый шаг такой. Главное, чтобы... Ой, и смотри, тяжей-то сколько. 20, почти 3 тысячи дамага, блин. Хорошо, ни одной ПТ у них. Отдохнул, ребят, хорошо, чат читать не буду, так что... Витя настолько хорошо отдохнул, что даже чат не будет читать. Потом выложу на YouTube, там пишите, всем ответьте. Что у нас тут? Господи, конь, конечно, такая рандомная арта, это просто жесть. Да вообще, я, когда это, позавчера, по-моему, сделал 5 выстрелов. 4 выстрела я сделал по этой, по Е100, по ЕГЕ, по этой. Но. Я 4 раза промазал при полном сведении и даже без дамага. Понимаешь, как я стрельнул по ней? Ну там, то видишь, это, я даже дамаг не нанес. А иногда с одного выстрела, знаешь, как выносишь. Ну, на голдовом, 30-90 да. Сейчас прокатку засветит, ребят, 100% угу. Должен засветить. А 3 свел. Свелся. Блин. А где он? Ой, блин. Так, он ту прокатку, а что ж другую? Он другую не светит прокатку. Он другую не светит. 140. Ну там я не буду кидать, не успею. Сейчас, я этих достаю. Ой, у меня ББХ была первая. Лошара. Ой, блин, да чё ж я этих ББХ-то загрузил? ББ, мне ребята пишут ББ. Только, ребят, задержка на стримчике. Я только сейчас заметил, что... Всё, ладно. Вот лошара-то. Бывает. 54-ка там заходит. Сейчас, у меня 30 секунд. Так, ну что, МХ-30 берет. Ой, хэви кинул, хэви кинул, хэви кинул. Перелет, ну. А ты и берешь, да, и пятых этих? Да. Он накидывает, да, с коня. У тебя прям, да, самый предел, наверное. У меня 15 секунд, я еще буду тут страдать. Давай. Ты хэвика должен брать на том месте, когда он у тебя находится сейчас. Я и хэвика беру, а это не светится, блин, а хэвик будет ездить. А мы X30, кстати, можно убить. Я вот целю. Вот, ФВшка вышла, ФВшка вышла. Да, пересвожусь. Ну а как вышла? Она не вышла. Значит, обратно сейчас убежит в сейф. Я кинул по ней. Что там по урону? Но нормально. Я, блин, это конь. Туда. Блин, ну ё-моё, ну что такое? Вон, я хочу попасть, я кого-то хочу. ТВП, наверное, заберу. Я кинул тоже, да, на всякий случай. О, нормально. Я там забрал-то 22 хп. Да, просто. Там его раздамажили.
чтоб ты забрал. Да его и так забрали бы, наверное, без меня. А эти стоят, так и стоят тут. Смотри, какие они. Блин, ты отлично должен закидывать, Витя. Давай, решай с ФВшкой вопрос. Ну подождите вы. Ты мастер или не мастер? 54-ка там выходит. 54-ку я могу. Витя на, попал на лихолов на коне, и слишком много сразу стало к нему вопросов. Да, и у меня... 140 вкатывает. Витя, это... Кидай сюда, туда, и все одновременно. Кидай туда, сюда, и главное... Тащи катку. Щекатку. Э, а кто убивает их? Не знаю. Тащи катку. И пятый, ребята, смотри, идет. Хорошо, это уже идет. Так, идет, идет, и... Ты кидаешь? Ваншот! Да, давай, ваншот! Ну, кинул! Да, да, да. Нифига себе, нормально 800 ему снес. Ой, там кто-то кинул. Стреляет ему еще. Я говорю, кидаю, как бы тут у меня снаряд. 3 секунды. Так, ну нормально. Капслог попрошу отключить, пишет Михалыч. Значит, все новый модератор, так что относитесь к нему вежливо. Какой модератор, кто? У Михалыча. А, у Михалыча? А, знаю, у него такой что-то зеленый на аватарке сейчас. Вспомню. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, ну, там зеленая, там тигр, тигр, да, и газон. Еще Е5. Так, попробуй, 54 кидану сейчас. Как она тут? А че Е5 там мучается? Не знаю. Куда? Ну, стой! О, вообще криво. Куда? По трассе бы тут... Слушай, ну он должен был уйти из-за света Е5. Почему он назад поехал, а? Объясните мне. Блядь, теперь по полю едет. Просто едет по полю человек. Просто едет по полю человек. Да это нормально, когда ты еще не попал в него. Так не должен был ехать. А кто по трассам бьет, ребят? Я уже переехал. Бить по тебе бил. Эй, бог с ним. Жалко, что ли, пускай стреляет. Так, на источник сажу, здесь все. Почему, ну, почему вот стоял его нет? Вот скажи, вот зачем он поехал по центру вообще едет? Его сколько у вас секунд? У меня 8 секунд, сколько у вас, ребят? А у меня... Я готов по бату кидать, но что-то бату. Я по пятому. Один. Пиу. Так, ну что, бат делал? Все, ушел. Бат, да, бат ушел. Попробую флешечки накинуть. Ой, там. Кинул флешки. Не, не долет, к сожалению. Так, что-то авария 30. Тут вообще уж. Сейчас упадет уж. Куда он упадет? Вниз. Слушай, а эти что делают, блин? Езжайте, убивайте их, дважды. Они там ртучек или что-то. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну так вот, да? Чик-чик. Полетел. Ну, они сейчас попередохнут, блин, все по очереди, эти наши. Так, я вот думаю, на кого сводиться-то? На Хэвик туда? Кто это сделал? На Хэвика сведусь. Да тоже на Хэвик сведусь. Потому что там не хочу я этих выцеплять с этой арты. Все, значит, на Хэвик. Мы судьбу Хэвик решили. Так, он там где-то лазит в домах. О, он. Негодяй, по домам лазит. Так, ну. Кинул. Кинул. Уже кинул. На гусле. Еще, еще. Ты гусль. Ай-ай-ай, не надо. А это у меня попадание, да, было? Да и блин, я куда падаю, да, куда-то. 800 попадание. Мне 900 дали помощи сразу. Вы накидали там. А у меня 99. Я думал, что это у меня самый маленький сплэш был. Нет. У меня 240. Нет, да, оказалось, что я попал. Ну, сзади к ТВПшке кто-то заходил только что. А там, что там это дерево делает? Упало. Вот этот, вот что он делает? Короче, тут кто-то около ТВПшки облегченка катается, скорее всего. Около ТВПшки или... Ну, она уже умерла, да, умерла. А, которая умерла, все ясно. А я ищу на карте, где-то выпадал, что такое. 5 секунд, но кто-то промазал. Да, с Польшем вообще что не забрал. А, может быть, по 54? Сейчас что-то найду более стабильное. Твое мнение насчет существенности, лучше или хуже стал. Спасибо, Александр, за донатик, спасибо. Ну, вообще-то... Ну, по сути, 14-1 не скажу, потому что у нее нет. Трабла. Надо помочь. В ЭЗЭХу сейчас убьют нашу. И будет. Очень долго сложусь, но я сложусь. Может, вы там рядышком встанете, батики там. 54, блин, кинул, и слишком долго все это летит. Ой. А, ну угад, я кинул. Сейчас я вот. Так, Андрюха, а ты вниз уехал? Ну, конечно, да. Я вниз убежал. Блин, все какие-то ужасные. Я могу посветить вам, я могу стоять и светить.
Я сейчас в куст встану, буду светить. А что будет? Сейчас засветят. А если они на воду пойдут, то я их засвечу. А мне надо перейти. Я, по-моему, здесь встану сейчас. По-моему, тут. Слушай, там вот этот он, вот Макс. Он, облечёнка. У меня 7 секунд, я не успею. Я сейчас уже всё, у меня ушёл из прострела. Бачат. Я еще загорелся нормально от бачата. Сразу загорелся и все отлично. Загорелся твой. В три олени попасть не могут. На то мы и олени. Попробуй. Вот встретить. Да езжайте вы уже, езжайте вы куда-нибудь уже. Косы, блин, ну вообще. И 4 тупит. И я думаю, вообще что и 4 сейчас сольет бой. Может сольет сейчас бой. Отлично. Кстати, батчат не пробил. Я танканул батчата, представляете? Где ты просто танканул. Не знаю, как он не пробил. 54 там, а ты нету. Ты сегодня жжешь. Слава богу, просто не было часа. А ты там уже накрыл. Так, я хэвика буду. Господи, четверка не может стрелять по хэвику. Он идиот, Кися, что ли? Спасибо, Кися. На хэвик сложу 20 секунд. Посмотри на четверку. Он пробить его не может. Ты, я это кину. Же просто типичный Алёша. Господи. Он с четверки не может забрать счетного хэвик. Куда он ему стреляет? Что ли? Да. Трындец. Так, у меня 25. Трындец какой-то. Всех казню там. Слушайте, вы что там делаете сегодня? Вы что там ели? Облечёнка еще Тёмыча убить, но там ничего не получилось у него. Скажите, что вы сегодня ели, блин, вообще? Я салатик покусал перед стримом. Да что ты сомневаешься, чем ты этот салатик ел? Мильтони там, блин, что там? Золотые у вас. Ух. Мне кажется, да. Он где-то все-таки тут тусит. Ну, сейчас поедет к четверке светить. Он будет четвёрка. А, нет, Цитрик, он вон он. Ну, то давай еще и там его завали его, Тёмыч. Ну, да, ты будешь его валить или нет? Да, да, 10 секунд когда еще. Ну. Ну, вали. Ну, 5. Ну, 4. Куда он стреляет? В меня блендит. А он не догадывается, что он бы тебя светил и куда он стреляет? Ты всех, короче, казнил здесь, на косом братусе. А зачем ты сказал? Ну зачем я стрелял? Я кинул, я не думал, что... Ты бы видел, как у меня снаряд полетел. Вот просто вообще нереально просто полетел снаряд сейчас. Тёмыч, а ты СУ-14-1 катал? Тут спрашивают, он хуже стал или чего с ним? Мастер, я просто вообще его не катаю. СУ-14-1 у меня нет, у меня СУ-14-2 только в ангарчике стоит. Страйка какого-то получил. Что ты там взял? Страйка нормально ты взял. 900, но 1300. Чё, Вень, я смотрю, не летел. Давай у тебя снаряд особ 9.1. Да, блин. Хорошо. Да вообще, ладно, я уж промолчу. Я должно уже лучше просто на коне, на такой карте должно быть лучше. Так, вот, кстати, 9-й баток. Хорошо, этим же не дали стрелять по этим. Вы же там все кричали, шумели. А потом... Братос вещь арта, когда попадает. Ну, косой же, жесть. Чё вы понабрали-то? Чё, мы 9-й батик взяли. Блин, ну ясно. Тащи, дядю, тащи. Да, это ладно. Открытых карт, так понимаю, что сегодня не будет, но это просто жесть. Здорово. Хочется степи повеселиться, на Прохоровке повеселиться хочется. На Малиновке. На Прохоровке. Я уже забыл, когда я играл на Прохоровке на арте, уже не помню. Не знаю, сколько прошло, 2 недели, 3, не знаю. Так, у них эти самые эстехи оттуда. И у нас из 4 тоже кирпичного цвета, в общем. Короче, пацан серьезный. Да, в общем, сводимся сюда. Окей. Вообще вот сюда вот лучше свестись пока. Ну да, я надо, да. Надо взломать тут все, наверное, на базе. Зачем ломать? А зачем прятаться будет? А нам не надо прятаться, как раз они приезжают к нам и начинают из-за этих домиков по нам стрелять. Ну, в принципе, да, Артём танковать будет. Артём, да, да, Артём, Артём спасёт нас. Я же на Братосе танканул батчата, так что... Чё, нормально. Всё вот батчата у того, наверное, горело, а он фиолетовый был. Да? Да. Прикольно, надо личку прочекать, может, написал, что после боя. О, так, падают листья. 120-й несется, кидаю ему я. Полетел тоже, да.
Я в Е50 попал вообще. А я на 88 хпшек накрыл. Ну я стрелял в обоих, там как получится, но ну, попал в Е50. Нормально там. Спасибо, Сансан. 1500 мы уже вы это отбили. Так, мы сейчас здесь будем вот ливать, это... надо отсюда уходить. Мы сейчас тут ливать будем. Что мы ливать будем? Мы ливать не будем, мы будем сейчас нахибывать. А я думаю, что нас порвут здесь. У нас там, у них там никого нет. Видишь, наши пошли. Из 4 конкуэры, там все. Там все пацаны. Я пока накидываю. Александр, спасибо тебе. Вон Е50, кстати, откатывается. Так, Е50. Так, я по нему зацелился. Ой, блин, он ушел. У нас гости, гости у нас. Задефит они, надеюсь, но задефили все. Задефили. Сиди-си. Вон еще один. Диси-диси, эй-си-диси. Привет. 120-го заберу. Не, не заберу, промазал. Чуть-чуть наряд. Хороший бомбардир, бля, дядь Витя. Да. О, красава, красава. Я эй-си-диси продамажил, а дядь Витя их сразу обоих снес. Так, ну да. Молодец. Там осталось копейки добра. Это было красиво. Будет ли стрим по 212? А, честно, нет, потому что я вроде недавно делал стрим. Ну как, недавно. Ну, я, кстати, сейчас на нем отметки буду брать, там 3 отметки уже почти дошло уже. На кнопочных. Вот. Ковари заходите на стримчик. Он хороший, кстати, арта достаточно неплохая. Не попал. Мне нравится арта. Так, видите, давай второго бомбардира на артульке. Нет, не сделать. Там, там собрали уже. Собрали. Так, кинул по этому ГВ-тигру. Чё-то тут они не пойдут, по-моему, никуда уже, всё. Всё. Они просто поняли, что не стоит выходить никуда. Ну они там фуловенькие, чё они не хотят-то? Не знаю, не хотят выходить. Я поехал не, переезжать. Не хотели бы. Ну, они это возвращаются. Они решили возвратиться, да? Возвратиться. Турбо победа. Просто поехали все на один фланг, да, они ну, ничего не сделали даже. Да уж. Могли бы уж прорашить туда-то. В чем проблема? Ну, хоть были в одно место-то. Можно артульку заберу? Забирай. 81 хп, а, недолет. Нормально. Сейчас ТВПшка меня засветит, но я прям в наглую еду. Блин, я как-то стал не достаю. Ой-ой-ой, это авария, сейчас тебя убьют. Ну я в наглую по успеху хочу пострелять. Все, подожди, подожди, я сейчас тебе это подсоблю там. Не убивай никого. Я помогу тебе с ТВП. Куда 54-е, рот-то свой. Ой, своего! Жалко, не попал в Центурион. ХП оставил ему. Капец. Ну чё, мы выиграли, глянь. Я своего попал. А чё они Центуриону там этого? Всё. Зашугали. Мы на 5-м серваке, ребят, играем. Заходите. Милости прошу к нашему шалашу. Добрый ты. Дядя Витя бомбардир, и все хорошо у него. Вот дядя Витя. Хочу плакать, что ли? Блин, поехали на початах, а? На десятых? Да. Чего, блин, тут? Тёмыч, поедем на десятых початах? Ну сейчас немножко X3 еще. Что? Ну ладно, это что, мне десятку брать или какую? Ты как хочешь, любую бери. Я, кстати, тут на М40 вторую звезду взял, кстати говоря. То есть тут как тоже немножко близок к третьей. У меня друг на днях на М40-43 до 100% добил. Форк за 84, того тоже хороший. Красава. Ну у него летел. О, карты, все замечательно сегодня с картами. Энские, Виттенберги, давайте, Химки. Ну да, что-то сегодня как-то какие-то карты. Не, карты вообще отстой, просто отстой. Не знаю, мне нормально были. Ну да, когда отметки брал. А-а-а! Слушай, Андрюха, так это он взял отметки, ему дали хорошие карты, он взял отметки, теперь... Да, теперь все. А знаете, в чем прикол? Я вот взял 31-ю отметку, следующий бой беру 92-го и попадаю на... На что я попал? На Париж, короче. Ну то есть у меня дальше пошли городские карты. Давай. Все, я кепку. Взял отметку, сразу все. Андрюхе кепку отдавай, ему отметки уже не нужны, у него по 100% везде. По 100%. С таким рандомом их можно брать нам до 80 слить. А я с вами кататься не буду даже. Я только катаюсь на артах, у которых у меня 3 отметки есть. Я даже где 2 отметки, я кататься даже с вами не буду.
шучу, конечно. Главное, что отметочки-то не сотрутся. А я бы вообще бы сделал. Блин, упало у тебя это, тебя отметку сняли. Да тогда бы их никто бы не делал. В том-то и дело. Так, мы тут вообще вчетвером сюда едем. Ну, я, давайте, если не против, сломаю тут все к чертовой матери. Давайте селфи хотя бы, видите, это что там? А, это у меня опять глюки. Давайте вы селфи. Вы понимаете, что нас здесь просто по трассу убьют без разговора? Да, ГВЕшечка, ГВЕшечка. Нас четверо здесь. И мы пойдем курить. Я сейчас тут красивенько встану так. О, хорош вообще. Так будет тут кто или не будет тут кто? Не знаю, я пока ищу прострелы. Бачат там. Бачат тут, бачат там. Так, у них походу... У них попал в гриля. У них арта стоит вообще в... Вышел посмотреть. Лихой. Ай, просто ушел. У них арта, думаешь, КН1, да, Тёма? Да, 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 там стол. Так, а у нас тут эти выходят. Блин, надо назад отъезжать, но здесь по трассу сольют. Мы тут просто встаем, да, на места, где друг-другу только что стояли. Ну ладно. Надо пометить. Мне кажется, надо скоро... Будет как собачки писают, так он пометил свое место и ушел. Это действие, надо назад отходить. Все, я сейчас кидаю и бегу отсюда нафиг. Нафиг. 260-х там нормально мы по чем дали. Че, надо убегать, нет? Ну да, я тоже так думаю. Блин, ладно. А куда убегать? Там леопард. Вот это... Леопард. Ладно, я еще стрельну и потом побегу. Так, хватит это леопарда. Давай леопарда вот этого пошугаем. Я целю сейчас. Он ушел. А я наших на горе прикрою. Ох, ничего себе, заберу. Все. Попал куда-то здесь, ничего не понял. Союзника попал, нормальный союзник подлетел. В то время, когда я стрелял, он подлетел прям под ствол. Так, а все, они давят. Да, нормально бачата своего шибанул. Ну что, вы не поедете? Сейчас поедем, может быть. Удачи вам там. Не, я поехал все-таки на ЖД оттуда. Поехали, хоть поддышать будет. Ладно, он уже выходит. Ничего не пострелял. Да конечно, там он сейчас дышит, он в затылок едет. Ой-ой-ой-ой-ой, я уже... Блин, а после 210-го должен был подамаживать, если не наш бачат, который подставился. Ну... Так, надо становиться их тут встречать, слушай. Текс. Ой-ой-ой, кто это, кто? Вы встречаете, а я валю. Просто. А я бегу. Так, он где? Ну, ПТ-шник. Ну, ПТ-шник. Я что-то сегодня пас по поводу ПТ-шника. Ну, поехали тогда отсюда. Так, здесь у нас этот Кирни какой-то будет выходить. Так, семерку можно поцелить. Артём, привет, со мной рядом выпускники Калужского универа передают пускачу, привет. Нет, пускачу, помнишь, нет, махнул пускачу, рукой. Нет. Кого пускачу, я должен пускачу, помнить, да, потому что я-то это... Особо. Слушай, не... они, блин, ребята крутые, я так понял. Так, я отойду на 2 минутки. Давай. Тут киберспортсмены все. Хорош. Не, здесь не подскочу, еще бьют, к сожалению. Пицца хотелось. Так, ну что, может не уезжать тогда, вернуться, подефить базу? Андрюх, ты не хочешь попытать базу? Я 430-го хочу забрать, у наших расстреливает сзади. А там вот на семерку 2 260-х накатили. Может помочь? Я 430-го убил. Вообще там надо, да, надо поехать что-то сделать с ними. Поехали, что-нибудь сделаем. Я вот свожу сейчас в проемчик. А я, по-моему, на них буду сейчас выезжать. Ну, ты не выйдешь, он тебя сваншотит, наверное. Ой, там бачат расстреливает нас. Я в засвете, блин, от гриля. Вот жопа-то. Я убежал. Гриль идет к тебе. Ну, я тоже убегаю еще от него. Но он едет, да, прям целенаправленно едет ко мне. Зря я, наверное, разрядился. 10-й уже завязан. Вот он. Все, забрал. Все, ГГ. Ну тут, в принципе, слив, что тут? Ну там все ХП в Маусе, а что толку от этого Мауса? Там уже базу бегут. Ну а что от Мауса? Он дает. Ну поехали дальше, значит. Из Вити, что ли, поедем? Не, Вича придет. Куда он денется? Ну пойду я водички налью быстро, что-то пить хочется. Я еще приду.
Так, ну я готов. А вы готовы? Понятно. Все ушли. И тишина просто. В эфире тишина. Что, может, что, они батов хотят? Давайте поедем сейчас на батах. Осталось только что. Дождаться наших ребят. Все отошли. Вот реально тишина. Ладно, давайте я разбавлю тишину. Может, вам анекдотчик какой рассказать? Не хотите? Ну, у меня тут глупый анекдот. Ну что, слили, да? Ну ладно. Так, чего? Давайте на батчатах. Хотели на батчатах, поедем на батчатах. Поехали на батчатах. Сейчас только Андрюха подойдет. Все тут уходят по одному. Не, ну я слился и пришел. Ну, не претензий нет. Что, у десяток батчатов? Добро, поехали. Ну, поехали. Ты понимаешь, что мы сейчас попадем на какой-нибудь, не знаю... Лунберг. Лунберг, да Виттенберг, если быть точно. Да, не знаю, я... Слушай, а что вы на него ставите третьим модулем, блин? О, Энн, скажу, сейчас будет что-то нормально. Все отлично. Так, Андрюха, забери шапку у, блин, этого самого... Какую шапку? О чем речь? Спасибо, Асас. Артем, привет. Арти тоже привет. Артем, привет. Артем, привет. Арти. Кто из них? Ай, Артем. Я все, я принял все приветы. Я все привет. Я думаю, не стоит ехать на зеленку. Или стоит? Они в город поедут, наверное, вот этот. А может, и продавят? Не, в прошлый раз на зеленку плохая была идея ехать. Да? Да, теперь я поеду только в город. Хотя на батах можно и туда срулить. Блин, у них ЛТХ много. Вот в том-то и дело. Поедешь на зеленку, тебе ЛТХ сольют. Значит, пойду в уголок, чтобы никто не уволок. Привет, привет. Поехали. Че, налево, да? Ну, пойдемте. Привет, привет. Лялякина, приветище. Загар нормальный, блин. Заснул около бассейна и подпалил пузо, и у меня аллергия выскочила. Пришлось... У меня с собой Супрастин был. Этот... Супрастин, да, по-моему? Да, да. Ну и, блин, нифига он не помогает там. Купил местный там какой-то заразы. Только таблетки такие приличные. Блин, все помогло. Быстро-то прошло за пару дней. Так, тоже толкается. Ну. Температура классная, мне все классно, все хорошо. Так, ну, а мы вот все поваляли, сейчас на сорта тут просто чпок. Да ничего страшного. Я специально взломал вот эту вунду. Ну и что теперь? Что теперь нам сделать? Так, на 704-го. Вот, царишь, вот там... У нас не 104, у нас сейчас зелень будет разрывать. Ну... Не, я посмотрю пока вперёд. По мне кто-то стрелит. А вы смотрите туда. Он сейчас засветит уже, меня пока не точно засветит. Там хэвик он идет. Надо их тут на выходе ждать. С барабанами. Хотя вряд ли, да. Ну давайте, давайте. Согласен, сейчас поддержу вас там. Так... Ну, нормально. Ну, это, наверное, был шот, после которого он больше не высунется. Я один выстрел сделал, решил переехать, потому что здесь нас смотрит 100%. 22-й там идет. Он в наглую идет вообще. 22-й не видит никто. Вы там вообще так заныкались хорошо. Капец, он проехал. Ну и все, он от борта сейчас будет после всех убивать. Сейчас перша будем. Да, перша давайте. А, мне мешает здание. Блин, а мне мешает здание. Я кину у него следующий. Давай. И переезжаем дальше отсюда. Сейчас надо деревья тут все завалить, нафиг. О, меня это... Ну, разумеется, дядя Вить, тут разумеется будут смотреть. Тут, что тут удивляться? На барабанных стоим на Энске. Ну, он стреляет по вам. Кидает, кидает. Но я еще вообще ни разу еще не кидал в этом бою, так что... Если меня заберут, я буду очень удивлен. Я вас сейчас посмотрю, вы что там сегодня одели? Да мы как всегда, в белом. Я как гопник в майке. Ну я как гопник в футболке. Ну тебя, ты, господи, где в майке, где майка? Майка белая? Блин, просто отъехал. Проскочила прям рядышком. У тебя не белая, у тебя, смотри, какая бирюзовая, как под статуатчик. Смотри, Андрюха. Сгорит он? Нет. А в 104-го выйти. Да? Андрюха под стату под свою одел футболку. Красава. А у меня дома стены под стату синие. 704-й стрельнул, видимо, засветился, ну ладно. Ну тут уже все, тут хейк пришел. Ну а Арти во всем белом.
только что-то наушники испачкал. Черные какие-то крестики стоят. А что хоть коричневые? О, смотри, отстояли наши город, молодцы. Отстояли. Все, сейчас батька подошел поедет. Чекнул. Так, всем. Должны всем, нормально всем, зарешать наши стадии. А кто, аллилуйя, кто самый-самый топовый артовод? 19 сантиметров. Нет. Смотри на подписчиков. Вот когда будет подписчиков 19 сантиметров, как у Арти, вот тогда он будет себя считать топовым артоводом. Сейчас скажу, сколько подписчиков. У Арти. У Арти подписчиков 187 960 человек. Ты представляешь? Ты никого не укусил, прям всех почти назвал. Почти для 200 тысяч Арти считается как бы номером один. Батчат. Минус это, 2 батчат. Это было сейчас вообще капец как просто. Он на зелени стоит. У нас столько в игру иногда. Он с F0 кидал. С F0 где-то 71, там же и батчат. Сейчас я чекну здесь. Убейте этого противника. Потому что он дал фулку нашему М103-му, а попал моторный отсек. Скорее всего, я попал сейчас, именно сейчас. С F0. Сейчас всем дам фулк тут. Куда поехать? Тихо, ты не спеши, ты же сейчас. Арти. Ну тебе 261. Поехали дальше. На чем? Давайте на этих. Давай пока съедем на других-то. Они сейчас пока будут искать эту арту, еще время пойдет. Давайте на восьмерку скатаем. Давай, на восьмерку, не вопрос. М43 выключу. Звездочку собью. Вот то же самое, звезды. Сегодня будет посмотрим. Нормальная карта, вот степи. Давайте степи вот сейчас. Или Плоховку. Ну, или выстрел опять. Размечтал. Да не, сейчас Рютгенберг просто будет опять и все. Андрюха, забери шапку у Арти. Нам шапку. Сегодня удачи. Шапку-то я вообще сижу без шапки. О, степи, вот они, вот наконец. А... Только не 5 ар, зачем 5 ар в команде противника? Да. Кому дамажить? Да нет, здесь нормально, здесь можно разбрестись по степям, по этим, стать нормально. Вам можно на Лорене, но мне 40 секунд КД, совсем не айс. Ну, стрелять по этому мусору. Чё ты вёт? Две девятки есть, чё ты? Ну и чё делать, куда мы поедем? Ух ты, Дмитрий Шеф, спасибо тебе за донейшн. Ну и куда мы поедем? Столь щедрый. А куда? Направо надо? Направо. А там не знаю. Я тоже не знаю. Ну можешь с места стрелять, а дальше будет видно. Сейчас прозрел надо посмотреть просто. У них сетап тяжелый, у них никто не будет зелень активно давить. Точнее, они могут быть давить, но сильно они не продавят ее быстро. Угу. Можно уйти быстро. У них нету стэшек. Ну давай туда на зелень тут останусь. Поедем сюда, станем сюда. Отработаем сейчас, а дальше можно будет посмотреть. ТТ-49, Дмитрий, спасибо тебе большое. Ой, вот, уйдут. Уйдут, пусть заху уходит, черт твою мать. И вон из шестой. А давай. Я хочу этого. 5 секунд у меня по шестому. У меня секунд 10 еще сведения пока. А я по ИСУ кину первому, который... Нет. Да, нормально косит. Нормально. Лора, она уже косит нормально. То есть, да ее тоже... Да что-то... Нет, да ее тоже, но М43 вообще печали в говно превратили. Вообще не попадает. И шестой должен был получать сейчас люлей. В итоге он поехал целиковый дальше. Так я высал еще промазал то же самое. Не должно быть такого. Полное сидение. Куда летит снаряд-то? Вот и шестой. 10 секунд. Надо его убивать, и зелень наш. О! Давай, 3 секунды. 6 секунд, кидай, я кину. Полетело. Хорош. На гусле. Ну, надеюсь, видите, нас тут не убьют с собой, а то я рядышком постоим прям. 668 попал, слава богу. Все, мы сейчас их ломаем, и зелень наш. Может быть, помочь с шестом? Расскажу ситуацию. А тебе Андрюха не рассказывал, как меня Кримсон убил? Нет, а где тебя убил? А, на... Вот. На это, в укрепах, что ли? Да. Он не по тепам стрелял, что там говорили. Да, я тебе говорю, подъехал, я встал в позицию, свелся, думаю, ну я на коне, думаю, стрелять не буду. Ко мне подъехал Ини. На арте тоже? На арте, да. Взял на дурочку, туда стрельнул. И мне ж не сказал ни хрена ничего. Он стоит, ну думаю, ладно. И такой... Блин, ну я не попаду в него. Блин, 101 светился. Ай, блин, в камень тоже. Ой, кто-то, мне донат кто-то кидает. Дядя Витя любит донаты, больше донатов дядя Витя. Это точно, ас.
Не, Crimson House хороший артовод, вот здесь вопросов никаких нет. Но... Ну, плохих артоводов психов бы не взяли. Да, и такой... И меня снимает по трассу, блядь. И этот... А я стрим потом думаю, дай посмотрю. И этот Артём такой, с уважением, дядя Витя, блядь. Я говорю, спасибо, блядь. Ну что такое, ну куда это оно полетело, все это дело? Конечно, PST1, блин, не знаю, кто кидает хоть там, что за арта? Кинув Т-20, что ли? Вот мелкого, и только... О, попал в точку, попал прям чудом, чудом. А при шестом я попасть не мог. А здесь как-то чудом залетело, все понятно. Игра на арте — это уже большое чудо. Ой, 7-2, господи. Нэски даже... победа, только выиграли. Не, ну там будет победа, но долго после. Нафиг. Они не стрелять вообще, не дают, дядь Вить. 127, блин, дамага. Сделай с ними что-нибудь. Они стрелять не дают нам. СТ1 беру, наверное. Т-10 по центру едет. Да. Вот, будем встречать его, блин. Сейчас вот 90-ик будет. Его 90-ик будет светить, 5 секунд. А он фуловенький. Фуловенький, да. Надо работать. Может попытаешь? 90 уже не будет светить его. А гуслю? Ой, хорошо. Кинул тоже. Сейчас Тим КП не долет. 67, о, 627 у него осталось. Кто-то еще. Там Арта еще. Ну давай, мой контрольный. Залетел. Никто его светить уже не будет. Ну там у него вообще не осталось. Да, он уже шотнул. Максимум хп 200. Сейчас покажут. Сколько осталось? 278. Да. Кстати, можно успеть еще откидать. Нет, я такие бои не люблю. Я люблю долгие дамажные бои. Что это такое? Ты хотел степи? Получай. Ну... 15-2. 15-2 за 4 минуты. Ну что это такое? Витя. Ну что я сделаю, если он едет? Привет, ребята, всем, кто подошел. Чатик, ну блин, читаем по возможности. Сорян. Если каждый будет читать чат, здесь такой хаос будет. Вот в том-то и дело. Мне тоже. Поэтому без обид, ребят, так, мы не можем читать чат. Ты представляешь, все три стримера сядут одновременно и дружно будут читать чат, переговариваться между собой, плюс донаты, плюс еще бой. Да, тут просто жесть будет тогда, ребят. И вот. Будет дурдом. Так что? Ну, правильно, конечно, батчата могут попасть только на Париж. 4 батчата. Да ладно, нам еще нормально, а вот каково взводу из 261 попадать? Нам-то, а что нам? А что, нам можно в городе попытышить? Я, может, вообще сейчас в город поеду? Потому что реально мы сейчас останемся на АБЦ-линии, и нас там будут просто по трассам убивать эти арты. Ну это печаль, Париж, опять 4 барабанных бачата, здесь... Нет, паука-то не существует, конечно, у картошки, все нормально. Паука... А эти? Карты выпадают случайным образом. Ну ладно, мы эти не очень умные. А эти-то что, втроем на 261-х ездят? Ой, господи. А тоже такие же, как мы, начинающие стримеры. А, понял. Вижу, у них там они... Вас, Егорка и Сук какой-то. Сук. Ладно. Так, что делаем? Да, поедем. Я пока налево, потом сучу убегу. Надо посмотреть просто, кто где. Я сейчас займу супер кусты, просто на распи и все. Я больше здесь все завалю и все. Кстати, я отсюда прокидываю, ребят, вот смотрите, вы едете все туда, а я с базы, с F1 прокидываю все, что вы прокидываете я, там. Я буду это... Я хорошая буду позиция, кстати. Смотреть. Не подглядывайте, зрители, потому что я тут частенько теперь буду стоять. Так, что тут ломалось? Он, там кусты ломаются. Я сам тут тоже все ломаю. Вложил в заблуждение их. Как надеюсь, меня не засветит здесь, я тут катаюсь. Смените сервер. Да зачем? Нормально. Короче, дядь Вить, мы с тобой, да, здесь? Ну, короче, готовься. Во, я то хотел сказать, что мы сейчас умрем здесь. А мы здесь реально сейчас сдохнем. Они придут к нам. Тёмыч, а ты их не берешь? Нет, там уже красная линия. Там слишком высокое здание передо мной. А я их беру. Я 50-120 беру. Я, кстати, попробую сейчас, может быть, я отъеду и буду их брать. Тут же можно как-то найти прострел. Батчат идет на нас. Он меня уже засветил. Я отомстил, дядя Вить. Если по трассу меня не убьют... А я его ищу. Ой. Нормально. У меня один снаряд остался.
И по трассу меня уже должны смотреть, должны. Так, ну и что я тут делаю-то? Ну, а вроде позиция вот... хорошая, а света почему нету. Почему они вот эту вот позицию не заняли? Короче, вот почему сейчас... Почему они вот эту позицию не заняли, блин? Ну, дядя Вить, тут я то хотел тебе сказать, что сейчас будут рашить. Ну, так и произошло. Это читалось, но... что они будут рашить. Я читал, нет, это читалось, конечно. Я не думал, что они... Вот он сейчас сюда подъедет, понимаешь? Да я тоже не думал, но видишь... Я думал, они вот тут потусуются. В принципе, кустик меня спасет. Так, все, подожди. Там, там кустик такой у тебя тоже. Ну, нет, но все равно кустик-то. У меня это, как ее, сетка была с собой. Здесь еще ВЗ-шка нас будет разбирать. А черт он делает? Он я не знаю. Да что тут еще сделать-то? Где он? Где он, Артем-то? Да тут я. У меня 30 секунд, господи, 63-ку можно было уже валить и валить. Наверное, я сейчас зря это делаю, да? Зря я так стою. А, Кать, ну я думаю, что зря. Вообще-то. Ну возьми по 120-му. 52-му стреляй. Подожди, и 7. 63-ку забирают. 4 хп. Надо тебе помогать, Тёмыч, у меня 5 секунд. Убегай, убегай, есть возможность убежать, сейчас есть возможность убежать. Так тут Е50. Е50 КД. Не, я не поеду. Ну смотри. Я в своего попал, блин, тут вообще подстава. Блядь, чем занимаемся, да пипец. Дай карту хорошую какую-нибудь, блин. 300? Ой, вафля, не в меня только. Кидай в этого, да. А, меня Епись убил? Ну и ладно. Да там с попы уже. Не очень-то и хотелось на вашем Париже тут играть. Блин, труп кину сейчас. Давай, Варя, тащи. Да, где она, Варя? Че он там делает? У дяди Вити голос похож на Зеленского. Ну, не знаю. Зеленский. Во-первых, Зеленскому сколько лет? Скорее, у него на меня голос похож. Господи, они зелени забрали. Ой, алиханы. Ой, я не могу над ними. Они там просрали, здесь не забрали. 50-120-то заберите. Тупни. Ой, я не могу на ним. Бачат, не можешь поехать, 50-120 забрать. Я бы давно по зелени уже прошел бы. Шо ты 50-120 там катает? Ворвался прям так. Все, поехал. Эфир со своими возмущениями. Не, ну просто 50. Чего себе ему 800, сколько прилетело, блин. Все, арта гриля, ты убей, убей гриля. Ну а ты убей, гриля убей, ну что ты? 50-120 должен был давно уже умирать. Он ерундой занимается. Вон. И 7 там катается. Ну, слава богу, гриля убил хоть. Блин, у нас хп поровну. А этот зачем на это? Он из 7-го едет. Ну, он хочет, видишь, брать... Андрюх, слева, 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 Арту. А у меня еще 8 секунд, видишь. Может быть, вот ее зачем, хомяк? Поеду потешить ее, но я не запотешу их, там двое. Зато 95-й у нас стоит. Красава, блин. Красава. Андрюха. Белорус. Я думаю, что из Минска. Первый выстрел будет за ним, потому что он сейчас... готовится. Видишь, просто повернулся, хоп, и стрельнул. Просто повернулся и все. Ты посмотри, как он стоит. Он, у него даже нос задран. У него даже нос задран, но он без проблем повернулся, просто нажал выстрел, попал. Все отлично. Че, погнали дальше? Хитеры негодуют, но смотрят опять. Да, да, хорошо же. Что, приходит? Копеечку мне приносит. Хитер. Я сейчас даже посмотрю на стриме повтор, как он повернулся. Да, его просто раз повернулся и все. Ну, я тебе говорю, просто повернулся. С разлетом на пол экрана. Сейчас будет хардкор. Давай, Руинберг. Это не я пригласил в этот в Париж. Это о, Химмельсдорф, все отлично. Ну вы что, обалдели что ли? Забери у него, блин, шапку. Надо на другой сервер перейти, но хотя время уже много. Уже нет. Какой на другой сервер? Да нет смысла уже переходить. Нет смысла переходить. Видишь, тебе другую дали сторону. Так что не надо, картошка, все нормально. Я зарядил ББХина, ты 92, думал, сейчас пошмаляю. Пошмаляешь, да. Ты арты с каждой стороны на Химмельсдорф. Да. Никаких пул-карт не существует. Слушай, картошка 20... самая честная компания. И 20 этих, как их, ХП всего лишь. Они сейчас на гору все поедут. И у нас... Я еще
Это может быть рандом просто. Чего сразу? Пулкарт, пулкарт. Нет никакого пулкарта, да, Тимыч? Все нормально. Закинул рандомно и все. Рандомно, да. Два раза на Химки, два раза на Энск, все отлично. Так, ну я поеду на зеленый. Ой, на зеленочку, на ЖД там постою. Ну поехали тогда. А будет там кому светить-то? Да, не знаю. Главное, что там будут прострелы, скорее всего. Кто меня толкает? Я тебя толкаю. Я быстрее не поеду от этого, все, я поворачиваюсь. А я в наглую пойду, прям дальше пойду. Давай, давай. А я сведусь, как всегда, вот в окошко. Попробуем. Ой, батчата, кстати, не стал. Там проехали здесь. Батчат наш не дальше не пошел. Вот эта печаль, я надеюсь, что он пойдет, а он не пошел. Да уж, вот сюда вот хотя бы. Это все, это я трупак сейчас буду. Но оттуда меня, кстати, засветит. Вот, да? Здесь, вот здесь даже едут, и здесь никто не светит, вот этот вот проезд. Придется и уходить отсюда. Просто. Придется отсюда уходить. Ну, на гору можно свестись, кинуть. Куда ты кидаешь пить? А, в окошко кидал. Понятно. Давайте-ка я отсюда уматывать. Надо уходить сейчас, отстреляться, уходить. Вот в окошке там, вафлик. Блин, я кинул, блядь, даже его не накрыл, а я, кстати, в окошко попал. Ну, он, видимо, отъехал. Мы едем, едем, едем в далекие края. На гору сводимся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Они рашат гору, что ли, Эстахи у них? Да. Че, обалдели они, что ли? Сейчас 140 кинул, подождите. Я кину без сведения. Тоже кинул. Ну зачем? Они попали, они попали вообще его. Вообще, подожди, вообще гусля, нет, вообще гусля не было все-таки. Нет, кто-то там его загуслил. Потому что 432 мне дали помощи. Из-за этого я прямо избил. Господи, надо ногу зелени как на голову перебиваться. Там грили такие, прострельщики стоят. Шикарно. То есть с той позиции, откуда мы уехали, грилей, да, мы прокинули. Прокинули. Это трындец, не отжимает ключевые позиции. Все, поехал назад, я понял. У них, ЖД-то вроде не давят, поэтому, может быть, мы сейчас можем по грилям покидать. Да, или по бату. Бачат ФКшный, да? Да нет, он проснулся. Ну, как бы за целем был, не знаю. Двигается, короче. Да, вот так. Рядышком. Блин, я-то думал, сейчас как понагибаю тут на ББшках, а тут Химки, и еще Химки, знаете... Не попал. Просто отстойные какие-то. Да. Да, нагиб так у нас. Нагиб тут идет. Нагибу. Бу-бу-бу. Так, надо на откате убить. Не фук. 5-3. Нормально у нас на горе. Ой, здесь хомяк. Ай, опять. Тёмыч, кто хотел там ББшку юзать? Кого юзать? ББшку, тут хомяк пришел. Фу. Я уехал, как бы я тут на банане. 25. Тут на ББшке как раз сейчас хомяка можно было бы снести. Ну, если вы мне его покажете как-нибудь там. Ну, я могу здесь показать его сейчас. Ну, не-не, я уже не беру. 15 еще. Ну, ладно. А чё бачат такой, сыкло-то не пойму. Они сейчас гору сольют. Не, слушай, если он сейчас подъедет поближе, я уже не буду брать, у меня тут отстойный прострел. Ну, подъедет поближе. Но я его зацелил. Да, поехал я сюда. Чё-то вообще не очень. Санёчек, спасибо за донатик. Хомяк, ты где? Батчат мне не помогает, нифига. У меня там... есть этот. Вот он-то он. Как он? Бомбардир, я убил своего и чужого. Хомяк минус 2. Антибомбардир. Почему? Стрим со зрителями у нас через 2 недельки, Санючек. 15 секунд у меня. Авария, держись. Так, да, его, его заберет батчат, там хомяк КД, у него минус 2 было. Батчат минус сверху будет стрелять. Да я вижу, блин. Погнали базу брать, нефига здесь сидеть. Уходить. Они ягу там мучают. Надо 49-ку убивать там. Блин, все-таки он меня достал, взорвал бою укладку. Гад, блин, а. У 92-го у них 3 звезды, ребят. Где? Вот у них 92-й катается. Ой, гвиль здесь пришел, гвиль пришел. И правда 3 звезды, 3, блин, человек как. Вот какой, так вот играть надо. Какой шустрый чувак. Там бачат сейчас с горы спустится. Да.
И Тёмыч, и Яков в круг, мы его действительно подрезали. Да, вот я целил, вот понимаешь, вот М53, например, я целил, стоял там. Разворачивайся. Да, сзади, 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 бат, уйди, жопа ты. Марин, разворачивайся сюда. Да ну, слишком это... Что? Сложно? Да. У меня уже голова не варит, все. Все. Не, ну должны затащить мы. Батча сейчас приедет, наверное, на скорости. Может Нет. быть. Так, давайте посмотрим. Поедет. Потому что у него по мне туда... Не знаю. Мне кажется, Батча все-таки ушел на КД. То есть он на КД, он сейчас спустится. Он сейчас оттуда справа зайдет. Мне кажется. Он, кстати, с горы там прострел же есть. Все, просто зацели одно направление и все. Может, угадаешь? Не успел чуть-чуть. Не угадаешь. Давай, не вертуха! Ну, вертуху дал, ну так. Нет, ну дал, да, и нашим помог. Надо Батча, чтобы нас решал. Я не знаю, вот что делает наш вот этот Батча-дед. 123 рус. Ну, он должен решать сейчас, собственно, здесь один выстрел остался. Он просто... Вот, вот смотри. Жжет, он просто жжет. Да, а этот просто воина взял. Комната ли Ваня отдыхал? Я там тоже оставил бы надпись. Здесь был я, пипила. Какой Ваня, Рамил? Подожди, я уже ничего не понимаю. Чего? Поражение Париж, все понятно там. Хотя я там Дашку-то дал на Париж, насколько я помню. Да, я накидал, это 359. Ноль урона. Давайте карточку клевую на батчатик, давайте. Давайте на батчатик клевую карточку. Главное, выиграли хотя бы здесь, то радуется. Ну чё, Виттенберг! Виттенберг! Руйнберг! Давайте! Нет, я нажимаю, значит карту я заказываю. Да ну нормально у нас 64%... Линия Зигфрида! Даешь Малиновку, всё, Малиновку. Угу, жди. 64%... У нас был Энск, и у нас был Париж на этих артах. Значит, сейчас будет Виттенберг. А Руйнберг? Ну, Руйнберг, Виттенберг, это не важно. О! Все, на этой карте можно закончить. 5 акт всего лишь у них, ну, нормально. А по кому мы стрелять будем? Не знаю. Не будем стрелять, дядь Витя. По кому стрелять? Господи, 5 акт у них. Просто не по кому дамажить. У них сейчас, в принципе... 2. Взвод. Сейчас все поныкаются по щелям и все. Взвод из арт играет. Хумель, М. Бедный игра. Знаешь, Дмитрий, спасибо тебе, конечно, за донатик. Насчет ресторана идея вообще заманчивая. Я человек, который любит поесть. Мне нравится эта идея. В ресторан не жрать, есть ходят. Выпить и поговорить за жизнь. Да, я хожу, вот, например. Ну, я не в сами рестораны хожу, но в заведения, где вкусно готовят. Так, я люблю поесть. Остановлюсь и заезжайте сами. Я добавлю, обязательно. Спасибо тебе. Эй, барабанщики, вы куда едете? Мы в стандартные места хотите стать? Ну вас да. Там по трассу и снимут сейчас. Нет, я не хочу стандартное место, я хочу просто на ЖД. Стоять вот здесь вообще. За ЖД? Это уже на ЖД, это уже не стандартно. Ну а я прямо здесь встану сейчас и буду, короче, руки потирать. Да что ты делал, пока делать нечего. Господи, я 34-ка, ну что ты делаешь здесь? Она охранять тебя будет. Дети обалдели совсем, что ли? Нет, подожди, он переезжает, смотрю, все я... по переезду и светятся, а он проезжает тут и не светится. Не поеду я. У него просто тактика нормальная. Да не, он переезжает, он правильно делает, что здесь переезжает. Да. Я думал, вас там таранит уже. Да я не хочу. Смотрите, как 430-й улетать сейчас будет у нас от арты. От нашей? Да от их арты. Я думал, может, там... Будет кидать. Батча-то надо убить, и тогда центр вот, наш. Я вот думаю сейчас так. Покидать по центру. Спасибо центру так. За это. Он давай, Батча. Вот, 907 уже улетел, 430-й, отлично. Так, все, сейчас бат идет на еще один круг. Пойдет, надо ловить. Кинул. Сейчас. Ой, хорошо. Русля, я отъехал в сторону, потому что по трассу могут смотреть. Да, окей. Гусля. Нет, не гусля, ну прямое, блин. Гусля. На, ушел родной, все. Короче, все. Три примухи мы просто дали. И... Что, родной? Посветил центр против трехпрофильных таводов.
Ну, просто бачат попадал, на самом деле. Нормально отработали. Не часто так попадает. Я знаю, куда надо стрельнуть. Надо стрельнуть в вагоны. А вагоны-то в какие? А на Б7. Угу. Я вот здесь пока смотрю. Три снаряда, КД-шица не буду. Все, я откидал, ушел на КД. А, я уже что-то залипаю, сижу вообще пипец. Что значит залипаешь? Ты должен тащить. Дядь Витя, да в это время есть? Я уже должен спать вообще. Стой, потанцуй со мной, куда не ты? Не поеду, у меня еще два снаряда с тобой танцевать. Ты давай потанцуем, дядь Витя. Моего бачата, елыпал. Я тоже стрелял и промазал. Ну кот, поехал, мне скучно одному, потанцуй. В смысле, почему мы гопники-то? Нас назвали артогопотой. Ну хорошо, мы артогопота, хорошо. Слышь, а иди сюда, снаряды есть? Есть снаряды. Блин, сведите, вы будете кого-нибудь? Я зашел, у меня 30 секунд, я не могу ничего. Ну, так. Последний снаряд куда-нибудь сюда на шару кину. А, вот, убили, отлично. М103-го там убили, а он вылез просто. Так. 121-й где? Не, я ему там накидал тоже нормально. Противник уничтожил противника. Я вообще поехал туда вот на зеленку стану, потому что тут что-то семерки. Ну, противник уничтожил из 7-го. В общем, дамага... Реально, они валят друг друга, короче. О, 121-й. Не, давай. Ну там очень интересно. Ну ладно. Блин, я как промахнулся. А как я промахнулся? Вообще, я думаю, по трассе можно не переезжать. У них, по-моему, там такая веселуха. Там... Да, у них, по-моему, там... 121-й должен был попадать, ну ладно. Райма. Я тоже должен попадать. Вич. Ау. Раймо интересуется, в каком отеле ты отдыхал? ЛК Эмпресс. Окей. Просто, сейчас тебе скажу, что просто. ЛК Эмпресс около улицы Сои 12. Я даже стрелять не буду. Ну все, ну я надеюсь, что просто Раймо получил ответ на вопрос. Что за спилы там катаются? Ну, минут 10 такой спокойной ходьбы до Валкин-стрит. Валкин стрит туда влево, выходишь из отеля и влево. Угу. Ну он прям на набережной там. Хорошо. Блин, ну дайте хоть кого-то убить, блин, ёлы-палы, где? 121-го свожусь. А куда ты? Поворачивай, поверни. Эх ты, предатель, даже не можешь повернуть под арту. Мы ж тут гопота артоводская, давай поворачивай. Всё, гоу ПТ-ш, чё мы стоим? Уже? Я лучше постою. Там не 4-й идет, валите его, что на него смотрите. Что-то по зооспелам не заходили выстрелы, такие нормально так стреляют, мимо, все мимо. У меня тоже все, да, вот, не летит. Он светится, едет, виляет, петляет, а снаряд не залетает. Че, откидываем по нему весь барабан, что ли? Ну да. Да, прям я сейчас поехал прям сюда и буду сидеть. Я остановился. Ой, красавчик. Просто вообще. Ну последний, давай. Да блин, перелет. Тьфу ты. Это ж, блин, Прохоровка. Должно тут все быть. А, ладно. Все опять не ладно. Все, нафиг. Это... Го ПТ-ш. Вообще. Вообще олени. Просто олени. Я вообще с нуля уроном, наверное. Ноль, ну это хорошо. У меня больше. Нуля. Андрюх он отстрелял, наверное, ничего. Так, там у нас сотка получила на 1000 от кого-то. Что-то я просто вижу, что стрелять уже не по кому, просто дашки просто нету. А 62 была. Значит, на 1192 только что получил, вот тебе 62. Вот яги. О, арта! А я думаю, кто тут всех светит? А это арта светит. Арта, я даже не попадаю туда, куда меч. Что за ерунда? Зато первые выстрелы зашли. Плохо метишь, значит. А у меня не зашло. Так, ну я типа приехал. А я вот это. Ой, типа на ТВП свожусь. Вот. Ой! Ой, что это я нажал? Не знаю. Но я сажусь тоже на ТВП. Только вот куда она поедет? Чё прям? Она сейчас будет отстреливаться. Кинул. И я кинул. Ну, у меня не так. Не так, как хотелось бы.
Ай, ну стой ты! Блин! Он сейчас будет прятаться за камень туда, нет? Погнали базу, а что мы тут делаем? Или арту убивать? Тут уже делать нечего. Да, вообще в этом бою, да. Уже все. Хумели не трожьте! Что они до меня докопают сейчас? Сейчас кинул ему, без сведения. А, не попал. Ну! Ой, дядя, я тебя попал! Я попал! Просто забрал из-под носа фрагу из тачки. Я забрал. Ура, я попал. Так. Пипец, конечно, блядь. Это... Блядь, 7 дамагов. 7 единичек, и зато фраг. Хуй меня убил, тебе не стыдно, дядя? Да. А у них, посмотри, нули. Батчат, 92 нули, там вообще просто писец. 350 из 7 своим дал. А 261 ему ББшка, видимо, 1087. Нормально они жгут. Почему не ищется? Ура, я попал. Грили 0, блин. Правильно, что Д49 сейчас. Ты чё тут копирует? Так. Ну чё, мы закончим? Какая сложная арта в плане взять те трёх отметок? Я так думаю, блин, этот будет самое сложное. Пойду я 7 продам, что ли? Ой. Где и 7? А то у меня сейчас серебра мало, надо и 7 продать. Но он самый рандомный. Правда, что ты все равно не играешь на ИСе 7. Чё продать? Это тоже продать. А что, у меня денег просто нет, думаю, надо что-нибудь сделать. Ну арту продай. 305, 0,81. Сейчас пусть плюс 3 ляма будет, и все отлично. Продай. Дмитрий, я тебя добавлю обязательно. Все, и 7 продали. Что еще продать? Авария продала 7, а я... СТ-шку иду, продавай. 62-ка, где? 62-ка. Желаю вам спокойной ночи. Спасибо, что все выполнили. Да, спасибо, Тёмыч, тебе спасибо за катки. Дядь Вить, тебе тоже спасибо за катки, за компанию. А что, всё, мы больше не будем, да? Все? Не, я пойду уже спать, меня уже просто рубит. Ну, ясно. Ладно, тогда всем пока. Огромное да, спасибо, ребята, что смотрели так, нас. Мы обязательно в таком составе еще соберемся. Да. Повеселились, постреляли. Кто попал? Да, кстати, процент победы давайте посмотрим, хоть ради интереса. Ну, у меня 66, 10 из 15. 10 из 15. 10 из 15, так что мы еще это... Да, нормально еще. Ну, с картами не везло, здесь надо признаться, с картами вообще не везло. То есть, была полная жесть. Очень много городских карт. На моей памяти 2 Парижа, 2 Энска, это 100% было. Двое Химок. А, 2 Парижа, 2 Энска и 2 Химок. 6 городских 100% было. То есть, с 15 боев 6 городских было 100%. Лигия Зигфрида была. Ну да, это так, но тоже, видишь, не айс карта. Ну, печально, печально. Ну ладно, что мы будем ныть? Не будем ныть. Будем надеяться, что в следующий раз будут карты получше. Короче, хорошо. Короче, всем спасибо. Завтра приходите. Завтра я тоже катаю. Да и послезавтра, и послезавтра. Короче, каждый день приходите. Каждый день приходите. Всем спасибо. Благодарю вам. Спасибо. Да, тебе тоже спасибо. Всем все пока. Все. Пока. Всем пока, ребята. Огромное всем спасибо. Ну вот, ребятки, закончился стрим. Я думаю, все будет нормально. Дядя Витя, у которого язык с костями, говори про паровозик. А, ты обещал, точно. Паровозик тыр-тыр-тыр, специально для дочки моего зрителя. Паровозик тыр-тыр-тыр. Так сойдет. Вот, ну, следующий стрим будет, наверное, не знаю, может быть, вторник, может быть, среда, посмотрим. Я хотел еще с тестового сервака сделать стрим. Вот, будет видно. Ну и 212-го надо отметки добить. Там чуть-чуть осталось по отметочкам. Надо дорисовать их. Ну и сегодня, ребят, не обращайте внимания, еще не по фанчику так катали, то есть тащить уж не пытались, чтобы там уж совсем прям потеть. Так, по фанчику на сабончике покатали. Вот. Получилось еще оно даже средние 2000, то есть 8, 9, 10 арты всего лишь 2000 среднего, то есть это даже маловато. Ну, сойдет. Для покатать по фанчику это сойдет. Ну, с картами не везло. Это надо тоже должное отдать. Короче, как-то вот так. Спасибо всем, ребят, кто пришел на стрим. С вами был Аварий Мозга, Алиу, дядя Витя и Арти 25 Тёмыч. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока.